Sarah off. Oh. Я люблю эту игру. Карасенку раскарась. Привет. Привет. Еще подожди. Ну давай говори, как ты, кто ты и как тебя зовут? Зовут меня Сергей, ник позывной Шисуи. Как? Шисуи, да, это из аниме Наруто. Играй с Санькой Трэмс. Ой, сами играйте с Ванькой Трэмс. Вообще не говорите мне про нее. Никогда больше. На моем стриме. Чем она тебе так не угодила? Она не захотела создавать клан женский. Она и еще одна девушка. И потом неделю целую не отвечала. Че, я после такого не... Какое-то такое ощущение, как-то меня сбрили, знаете? Я, значит, делаю ей предложение, как будто такое ощущение, а она мне не отвечает взаимно. Так, если вам нравится Анька Трэмс, идите к Аньке Трэмс и смотрите ее. Куда пойдем? Куда скажешь, мне без разницы. Любое мне место. Нужен порох. Тебе нужен порох? Это шус. Ахаха. Это шус? Ты шус? Шисуи, шисуи. Он шисуи, он не шус. Ну, кто смотрел аниме Наруто, тот поймет. А так, объяснять это очень долго. Ну, так мужиков любит она. А я что, женщин, что ли? Так, подружки. Так, порох, идем у нас порох. Порох у нас может быть... Либо на таможке, либо в санатории. В санаторий не пойду. Хотя мне нужно там юсиков убить. Юсиков? Юсиков. 7 штук. Ты не юсик? Я юсик. Давайте я убью. А сейчас же не засчитывается, если ты в паре играешь. На раз, два, три мы попадем в пати с тобой. По карте. Ну, то есть выберем одну точку. Давай попробуем на раз, два, три, если получится. Да что попробуем? Я пробовал уже делал. Что ты думаешь, я 3 раза сама, что ли, убила этих юсиков на PUBG? Так, сейчас. Не, их вообще, там одни биры бегают. Как... Я тоже когда за биру играл. Мужикам тяжело понять, что такое... В общем, что мне нужно? Мне нужно побережье взять. Пойдем голенькие на побережье. Пойдем. 2-1. Давай 0-2. На 2? Да. Я и потом поспамлю на стриме. В смысле? Мне, что ли? Я тебе поспамлю. Так, а какой у тебя ник? У меня? Да. Ну и? Такой трудный вопрос, еще я стану. Так. Берег. 10 утра, да? Да. Так, я в лобби. У меня на первой буквы АРД заглавное нижнее подчеркивание Шисуи. Ну, вообще, можно прочитать как Люси какая-то, ну ладно. Давай, раз, отставить, два. Стоп, давай, зачитай. Нет, так не зачитается. Я понял, я просто посмотрел, давай. Раз, два, три. Я надеюсь, ты нажал. Нажал. А ломас ходит, мне всех страшно, пугает меня. Еще такой вопрос, ты русский?
Да. Хорошо. А что такое? Главное, что не украинец. А то вы так что-нибудь задумаете потом у себя далеко, там, в подсознании. Потом приходится все это принимать. Нет, я из России. Какой Степановым выбирать? Мех. В смысле, мех. Ты зашел. Вот кулер. Здорово. Привет. 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 Есть щелочь у кого-то? Вниманием. А? Щелочь есть у кого-то? У меня есть щелочь. Много? 4 штуки. Тебе для задания или для дефика? Не, для вскрытия вен. Для дефендеров, просто разрабы, чмошники. А там сейчас вернули обратно 5 цепочек на щелочь. Серьезно? Да, и у механика за 1 биткоин. За биткоин? Да. Я сейчас... Алло, Никита? Перезвони мне чуть позже, потому что денег на счету нет. Мы сейчас должны пообщаться с тобой по поводу баланса. Они там в натуре хлебушка перегревали в офисе все, что ли? Что они творят с игрой? Они вообще... Что происходит? Алло? А на каком левеле, слушай, у этого? Алло, Никита? Нет. Я не знаю, только у меня просто до короны прокачанный. Сейчас. Без понятия. Меридиане. Да мы уже пошли. На втором, Эх. Карл. На втором? Дефендер на втором уровне? Дефендер на втором левеле? Вы чё вообще? Никита, срочно через 10 минут перезвони мне. Че на Украине сало кончилось, кули. О, Саня, здорово. Да какое сало, дядь, ты чё? А где ты говоришь за цепочки, я что не вижу? Там цепочки сверху, когда начинаешь у лыжника смотреть, первый за цепочки, а ниже там за щелочь. А, все, я понял, за цепочки. Я около желтого просто. Автобуса, желтого автобуса, прием, как слышно. Так, а я вообще зарезался, где здание, где-то сарай стоит сломанный с ящиками, с оружейными. На второй половине. Беги ко мне навстречу, в общем. Сейчас так, я тебя буду убивать. Я что-то не понял. А в чем прикол? Однажды меня вела дорога приключений, но потом мне пристрелили колено. Но потом мне прибежал Бировец и пробил мозг. Так, ну давай, беги ко мне навстречу. Если надо еще добежать, у меня три респа впереди еще. Надо Кулера, где твой брат? Никита. Мой брат? Да. Какой брат? У меня же нет брата. По салу твой брат. Брат по салу. Так он же с России, дядь, ты чё? Да он хохол с России, давай, не оставь. Какой хохол, ты чё? Так такой же, как и ты. Как речь заходит о хохлах, сразу заходит, в общем, кулер. Блин, свой пацан, не надо. Он свой хохол. Ну просто я только начала говорить, и он заходит сразу же. Такой голос за кадром, блядь. Там еще один типок есть. Там они, когда в паре ходят, это нечто. Это тот, который туман или нет? Нет. Это тот, который мне это интро делает уже полтора недели. Я сейчас ему на стрим закажу, он мне говорит, молчи, я все помню. До желтого автобуса. Ты что, издеваешься, серьезно? Я говорю, иди вдоль забора, нет. А-а-а! Вот у меня вчера из-за Энза подгорело жестко. Я так вот, я вдоль забора, то я бегу, выход дорога на таможне. Ну. Ты уже там? Ну, да. Бегу. Куда бежишь? Я не понимаю. Где ты хочешь встретиться? Где выход? Дорога на таможню. Хорошо. Вон, с кидом создай клан. Каким кидом? Каким кидом? Кидом, которым кидом? Это который стримишь или нет?
С Никитом клан создавать, себя не уважать. Вы что про задние приводы говорили? Так, ну я здесь, ну, уже на выходе, где дорога там можно. Сижу здесь, засел. Угу. Ты где идешь? Да ты меня сразу увидишь. Ага, ты бежишь, все. Это было прикольно, только я гранату не взяла, сейчас найду. А там в ящике пусто было. Или ты все забрал? Там пусто, говорю, было. Ну все, пойду сейчас повешусь. Где моя мыло и веревка? А? Я в глаз закапал, подождите. Чтоб комп не разъедал зрение. Ага. Да он купил такие чисто это. Профилактические. Я вчера, короче, батлу первую купил, понял, зашел и немножко. Кулер, ну что ты меня обижаешь? Кулер. Я все правильно сделал. А что у вас было? Таэнс, короче, начал лутать чуваков, когда у нас контакт был. И меня чувак, мы его зажали, получается, на этой тележке, которая на бойлерах в углу. Я с одной стороны был дороги, а он с другой. Я думал, что он его держит с другой стороны, и потихоньку подходил к пацану. Пацан кинул на меня гранату, я засейвился, думал, что Энс его дефит, а чувак спецом кинул мигрену и убежал в коморку. Я даже не видел из-за того, что сейвился. Ладно, все, можешь не продолжать, охуенная да, история. Да, Кулер, давай какой-нибудь фильм озвучим, а? Я, кстати, за. Амазон к нам сценарий напишет. Может, пусть будет в главной роли? Ты ее хочешь озвучить? Ну, дубляж наложить. Ну что мне делать? Ладно, пойду на выход. У меня когда в клане говорят, что нам делать, я говорю, снимайте штаны и бегайте. Так что не говори так никогда. Я как бы у себя спросила, а не у тебя. Ничего не знаю. Угу. Никит, он за юсиков играет. И что мне теперь? Ну, правильно, он заднеприводный. Кстати, ну, Кулер, что теперь? У тебя есть возможность после вайпа исправиться. А, нет. Ты что, боже, что упаси. Нет? Ну все, тебе статус по всему Ютубу будет, я помогу. Позору ноль, черный пиар еще никому никогда не помешал. Я согласен с тобой. Когда будут говорить, что ты заднеприводный, это я не знаю, черный пиар еще... или нет. Это вдвойне больше зрителей. У тебя просто своя аудитория будет. Вот, это хорошо, ладно, чтобы... Знаешь, ко мне приходить, самая страшная да. Мафия какая? Знаешь? Battlestate Game? Да нет, самая страшная мафия — это заднеприводные, потому что они везде. Я тебе клянусь, вот кого бояться надо, это их. Они, у них связи везде, потому что они везде. Ну, может быть, да. Один у папика на коленке сидит, другой у короны сидит, понимаешь, так что... И, сука, 90% они богатые. Против корейцев играли, короче, вчера. Да, кстати, вот это я тоже замечал. Замечал, да? Конечно. Сука, я же говорю, кулер заднеприводный. Дядь, ты еще там столько бабок водится, что я тебе просто тебе даже передать не могу. Человеку прийти похавать на 50 тысяч рублей просто изи вообще. Ну, вот просто изи. Да у нас так же здесь. 50 тысяч рублей для нас, это уже давно не деньги. Тут в клуб сходить, блядь, по 150 оставляешь за ночью. Что у нас Амазонка притихла? У нее стрим закончился, что ли? Она нас игнорит просто жестко, блядь. Нахуй. Тише. Дохни, времени мало.
Кого-то я убила. Люси. Да. Я просто, кстати, не понимаю логики разраба. Вот хоть тресните меня молотком по затылку, но вводить Defender за щелочь, чтобы все начали вайнить, потом они добавляют... То есть они это делают специально, чтобы дефики были менее... Типа, ну, чтобы они были редкие, и чтобы не ходили в них все лёхи с завода 45-процентные, которые с танков сюда пришли. И тут же делают за биткоины. Просто гениально. Я на берегу. А потому что делают что? Выводят биткоины и деньги с игры, и чтобы им тупые вопросы не задавали, почему у вас баллистика говно, ебать, и не помогают броники. Вот для чего это делается. Марина, здравствуй. Марина. Я вас поймала. За что? За жопу? Ну, я тебя жду. Где ты? Где ты? Где ты? Где ты? У меня, блин, 8 только битков осталось. Люси. 8 дефиков фактически. Люси, ты где? Шуси, Люси как? Шусуи. Можно просто Люси? Хорошо, можно просто Люси. Чё, ты всё вышло? Конечно. Также на раз, два, три. Выполняем задание. Та-та-та-та-та. Где ты? Я тебя не вижу. Я здесь. Готов. Ага, давай. Раз, два, три. А что, на берегу людей вообще сейчас нету, да, Сань? Только что меня убил человек. Засел там где-то в кустах и убил меня. Долговец, наверное. Нет, я даже не посмотрел. Странно. Какая же ты шалунишка, да ты что? Кек. Да ты что? Сама не знала. Ну так и кто меня там поймал? Рассказывай. О, вот и Денис тут. Марина, Мариша. Ты ее знаешь? Да. Это мой подписчик. Что? Что да, значит? Я спросила у кулера, ты мне говоришь, да. Подожди, сейчас взгляну ник. Марина, Мариша. Чё ты прочитал? Не знаю. Марина, Мариша, это, я говорю, мой подписчик. Ну, хорошо. Но учитывая, что это Марина, Мариша с этой же аватаркой еще под другими никами гуляет здесь же. Ну, где ты появился? Я еще не появился, мне ожидание игроков. Mm. А ты уже появилась? Угу. Энс, я тебя не обижаю, я сам обиделся. Значит, мы с тобой не вместе попали, наверное. Да вместе мы попали, крутись. О, боже мой. Ну, не обращайте внимания, у меня просто рука болит. А что ты этой рукой делала? Дрочила, я мышку трогала. Сейчас кто-то по губам получит ее. Что за разговор-то, я чуть не пойму. Так, у меня высадка. Что не так? Что нет, Энза, я говорю, это я на тебя обижаюсь, а не тебя обижаю. Энза, ты уже дядя, как тебя можно обидеть, алло? Тебе 27. Так, я высадился возле болота в деревне. Время, скажи мне. 59:50. Мы не в одной катке. Вот так вот. Ясно. А что вы за квест делаете? Да и всех. Юсиков убиваю. Что ты ржешь? Ну если у меня нету юсиков на карте вообще. Хотите, кстати, орнуть? Я не знаю. Я подключаюсь на Дальний Восток, ты понимаешь? Да нет никаких дальних ближних востока. Вон мы. Ну хорошо, все. Окей. Значит, Энс обретет нос сначала говорит, а потом другое, я не знаю. Ты уже определись, Энс, ты либо постоянно врешь, либо иногда. Я вообще не понимаю, кто эту утку пустил с серверами. Мы вчера с корейцами играли. Почему? С чего ты взял? Клан ФТП.
Нет, у меня только это, ава. Или СПП, или что-то типа того. Я даже авы твоей не вижу, понимаешь? Не всех аудита больше, чем ЧВК. Ой, чем гировцы. В общем. Поздравляю. Ой. Ну что мне делать? У меня граната есть? Есть у меня. За фотка такая. Фотка-то хоть хорошая или нет, я просто не скажу. Да, хорошая. Я новую аву просто поставил. Че, импульсня ушла уже? Он ушел, но сказал, он вернется. Ты же что с вами говорил? Так, где? Мариша. Что такое? А! Пуллер, ты что же Люсик у нас? Ну. Пойдем поможем друг другу. Ты тебя на берегу. Ну я берегу. Знаешь, песня. Ты вышел уже? Я взорвалась. А, ты взорвалась? Тебе проще. Я что-то никого найти не могу. Ты меня убил. Меня опять решили. Принял, решили. Бату, подойди, он тебе расскажет, как нормально. Давай, это бировец, да? Я? Меня расист зовет. Расист. Бать. Хорошо, вызывает. Я ревную, Настя. Пойдем. Где ты? Тебя не вижу. Он меня опять зовет. Так, дайте мне минутку, дайте мне, сейчас я бота нашел, сейчас он застрелит. Мех, а что ты говорить не можешь? Включи голос, хочу тебя послушать. Кто там? Не-не-не-не-не. Че ты не-не-не? Включай давай свой голос. Вот стесняешься. Да, я включил. Я тебе уверяю, что мы попадем. Давай, если попадем, тогда ты мне даешь минуту коин. Согласна? Если попадем. Ага, сейчас дам. Дашь? Отлично. Отлично. Я не тебе ответила. Ты в лобби? Все, сейчас захожу в лобби. Грохот. Наслаждайся, импульс, песенкой. На утро, у меня расист приглашает в пати, вы понимаете это, нет? Да, есть такое. Вижу какую-то леди амазонка, это кто? Не знаю. Ник знакомый. А я вижу какого-то кулера. Я в лобби. Расист приглашает. Ребята, мне что тоже расист. Делать? У меня тоже... Что за... Так, вы заходите в лобби. Поехали, да все уже, мы все в лобби. А, ну давайте, раз, два, три. Настя сейчас сначала говорит три, а потом жмет. И... Да, стучи без технических причин. Я включи. Холодными ладонями. Мир, в котором тонем мы, повсюду пробоины. Холодными ладонями, которым мы... Я не умею петь. Давайте вокальный челлендж устроим. Го, давай. Концерт среди стримеров.
Так, я выселился. Я еще гружусь. Дай мне собраться. Слышно, я не могу ритмы пульсации. 58 минут, ребят. 58. Мне тоже. 58. Я, короче, я в углу. В каком ты в углу? Ну, я сейчас на таможню побегу. Кто тебя поставил туда? Я, короче, на радиовышке наверху. Давайте на таможке все. Я не с вами, кстати. Вечно. Печально тобой быть. Настя, ты слышала? Ау-ау-ау, что такое? Я говорю, я на вышке, на радиовышке. Ну, так на какой? В угле? Которая рядом с железной дорогой. В угле. Ага, понятно. Такая большая. Что я бегу к железной дороге. Понял. Я около этой вышки уже. Как вот это убрать, кто знает? Прослушал, только подошел. Но я пела, короче. Да мы тут все почти что пели. Она пыталась. Так, слышу, бежи туда. Я. Ай, меня убивают. Слушай, он там ботинок ходит или кто это ходит? Там, по-моему, кто-то есть. По-моему, ботинок. Да, ботинок ходит. А, нет, ЧВКшник с пистолетом. Настя, давай быстрее сюда. Я бегу уже. Со всех ног. Меня убили. Ой, печально. Ты лох. Я все равно не в вашей гадке был, вы шо? Ну ты дважды... Левушка клюванули много. Ну и где вы? Давайте. А мы здесь в кусту сидим. Мы же есеки. Подожди, на вообще-то сидеть в кустах это традиция биров. Алло. Ну и где вы сидите? Нет, я вас не понимаю. Подойдите к забору. А вон, смотри, кто-то ходит. Да, вон бегает. А, это она прыгает. Да-да-да. Hello, повернись. Привет, алло. We got bears, and now we have goddamn scabs. Да давай быстрее. О, Настя, а чего у тебя уже 1200 подписчиков? У тебя же недавно было 300 с чем-то. Ты меня не убил. А чё меня тут? Она думала, что меня убило с этого удара, а я живой остался. Поэтому она тебя пошла убивать. Дай мне собраться. В смысле? Я не могу. Так, тебе ещё один висяк, да, остался? Вы это слышали, да? Дай мне собраться, в смысле, я не могу. Ой-ой-ой, Никита смотрит 800 зрителей. 800 зрителей. Всего лишь 94. Подозрительно. Что-то тут не так. Боже, какое же оно чмо, вот просто чмо. Просто нереальное. Вот самый чмошный стример из Старкова, просто Ньюкит. Тихо. По-первых. Да, что начинаешь? Вы о чем? Ньюкит нормальный пацан. Да какое он нормальное чмо, которое крутится? Нормальное, я тебе говорю. Да чмо. А ты уверен, что это он себе крутит? Нет, ему кто-то накручивает, вот по приколу. По-любому. Не в его интересах ему накручивают. Потому что ты первый. Мы достали со своими накрутками. Я сейчас скажу слово. В общем. Сейчас она скажет. Если вам не нравится, что кто-то кому-то крутит, скажу как Стас, идите в Дискорд и разговаривайте там вместе. Срите сколько надо. Как сказал Хамстер. Ты уже вышла с катки? Я уже умерла. А, да, это он на стриме сказал точно. На последнем своем стриме. Идите в Дискорд и срытесь там. Сколько вам лезет, братцы? Так, я... В лобби. Я в лобби. В лобби. А тебе сколько? Сейчас я скажу. Давай. Батя вернулся. Батя, слушаемся внимательно. И ушел. Сейчас, говорит, я скажу. Ну. Да он ушел уже. Нет, я вас жду. Мы все, я в лобби. Меха вижу. Меха.
Люся, где ты? Я на 12 часов здесь не вижу вас. Вас никого не вижу. На ночь, что ли, пошли? Я кулерка не вижу. Сейчас я зайду, подожди, у меня игра заглючила. Это Никит просто виноват во всем. Ну да. Кто такой Никита? Не, так же на берег идем? Да не Никита. Мне 4 раза осталось. Никита. Будем его теперь так называть. Никита. Я в лобби. Все, кулера вижу, да. Ребята, как вы бы на стрим заказывали? Раз. Три. Всем привет, друзья. С вами КБ. Да подожди, мы что уже ушли, нет? Кто это сейчас говорил? И сегодня мы будем играть в Тарков. Это говорил КБ. Котенок. Тихо. Самвером, хватит. Только сейчас тихо. Только сейчас заметил, что сейчас здесь человек играет с того клана, кто вчера у меня кипиш устраивал. Да? Кто? Где играет? Это какой? Ты. Люси? Я? Да. Кипиш вчера устраивал. Он же не ДТ. Из твоего клана. А кто из моего клана был? А Кулер, подожди, Кулер там что-то делает. Ну и чё? Могу, у меня тут стрим идет с запозданием, я и вас слушаю, я запутался. Я там Кабвеба просто пародировал, Сань. Да там я смотрел, ништяк был, кстати. Вам я говорю, вы прям два сладеньких, вас смотреть приятно. Так можно мы прям вчера реально стримили налегке, понял вообще? Ну так и надо стримить, красавчик. Короче, это самое, вот этот арт-клан, это кто, что, кто ко мне вчера же приходил? Я не знаю, ты за кого говоришь, за какой? АРД? Да я не забыл, кто ко мне вчера Кулер приходил? А Мазон, ты знаешь? Я не помню, дядь. Вы о чем? Кто ко мне вчера приходил, кипишевал? Не знаю, кто. ДТшник вот этот, ДТшник это был. А, значит, нет, ладно, пардон, я пошел. Я что-то не туда зашел. Пардон. Ты давай, тр-тр-тр, включи музыку обратно. Музыку обратно включи, прибавь ее, ее не слышно. Иди отсюда, все, я ушел. Иди. Ребята, как ложиться в Таркове? Музыку ему говорить. Я появился. Берешь, короче. Сколько время? Снимаешь X и все. 59-50. О, мы походу в одной катке. Где ты рисунулся? Я, кстати, ну или можешь сразу 69 нажать. Я около таможки. Около таможки? Да, выход на таможне. Я тоже сейчас туда бегу. Я сейчас на дорогу выбегу. Смотри, ты меня увидишь? ХЗ. Я бегу с базукой в руках. С РПГ-7. Должен видеть. Вон, я тебя вижу, походу. Где ты меня видишь? Не вижу. Я не вижу никого на дороге. Дядь, меня сейчас убьют, походу. Не попали в одну катку. Хотя у меня время точно такое же, как и у тебя. Сколько время? 59-15. У меня тоже. У меня тоже. Я на выходе, на таможке прям. Не, я бегу. Может, я Люсю не нашел, да? У меня 59-10, я вообще выследился, знаешь где? Где разрушенный тоннель. 58, 57, 56, 55. И чтоб сейчас живым к вам добраться, на подвиг совершить. Настя, а прибавь ты... пацанов в ОБС, звук прибавь общий. Их потому что не слышно. Да не надо. Кого не слышно именно тебе? Нас. Мне музыку не слышно, их не слышно. Ты издеваешься, там почти... А, нет. Ну я, ну... Плюм. Прибавила. А ты откуда бежишь-то? Я от разрушенного тоннеля сейчас бегу. Просто ждите, просто ждите. Просто ждите. Неважно. Что-то не так, то. А кто не попал? А кто не попал у нас в катку? Да все мы, по-моему, не попали. Да, все мы, по-моему, в разных. Ну еще неизвестно, еще я. В разном или нет. О, я кого-то вроде видел. Да, вижу, по забору бежит, прыгает. О, я с Настей. Ее легко вообще, ну, прям узнать. По зайчик. Забору бежит, прыгает. Да нет, зайчик. Зайчик, просто зайчик. Вы на таможку бежите? Блять, у меня стрельба на заправке передо мной, сука. Иди убивай там всех с топором метателем. Нормально так, не здрасте, не до свидания, просто сразу в лоб. Здрасте. Там где еще один? Еще один где? Я пытаюсь прорваться и выжить.
Ну, я тебя жду. Так, а кулерок где? На таможне. Бегу вдоль забора к лазурному. Зачем? А куда? Я не понимаю тебя. Мы же договорились на дороге на таможне. У вас стрельба встретиться. Есть? Нет. Значит, они сами, наверное. Зачем? Время, может, просто проверишь? Время 57.11. Ёпты! Ой, как их много! Короче, я взрываюсь, вы не хотите со мной общаться? Подожди, ну вот, я стою на таможке, алло. У меня уже здесь ЧВК бегает. Он меня сейчас убить хотеть. Он бегать, фармить здесь ботиночка. Ну ты не в моей катке. Я сейчас через ГЭС пойду, потому что там на заправке война. Ребят, я чувака... Нет, не убил. Блин, он просто в каске был, я ему по голове два раза лупнул, а он... Ник сменить на француз? Игнат 200. Почему, когда я с топором, я просто к пацану в тыл забежал? Почему, когда... От меня баты замочили, сука. Все, можешь взорваться. Все, ты можешь сказать не игрок теперь. Ну все, мы идем в рейд или что, или когда? Подожди ты, сейчас француза сделаем. Француза? Да в смысле? Че такое? В смысле? В смысле? Зачем? А что это было? А, это ж я психнул. Голова заколбасилась просто трохой. Клёрк, давай тебя буду называть сученька. Как? Еще раз. Сученька моя, можно тебя так называть? Хода сейчас обидится, смотрите. Я в лобби. Я тоже. Он обиделся. Он ушел и обиделся, да? Да. Я ушел и вскрыл вены себе. Давай. Заходи в лобби. Да сейчас захожу. Только я с автоматом захожу. Я Люси вижу и меха. Все, не пошли. Будет права меня убить. Меха не вижу. Только Люси. Давай, леди Амазонка. А нет, вижу. Раз, два. Два, три. Жопа подотри. Я иду по фулке, так что ты меня вряд ли с топором. Юсика на берегу найди. Базару ноль, дядь. Спорим, сейчас сделаю минус два юсика, отвечаю. Смотри, бегу сейчас на лазурный, делаю минус два. Уже побежал. Смотри, вот видишь, это я бегу, кстати, по холму. И танк за спиной телепается. Это тоже мой. У меня, кстати, вылупка. И тишина в ответ. Вы что там? Вообще, с кем? Ты с кем вообще? У меня ожидание. У меня загрузка лута, генерация объектов, ожидание. Походу мы в одну катку попали, но ты меня не убьешь, малая. Я в натуре просто по фулке пошел. Хочешь, можешь со мной сбегать, я полутаю тебя как раз. Ты меня полутаешь? Да. Ты меня полутаешь? Да. Можно еще раз сказать это? Можно, я тебя полутаю. Не-не-не-не-не-не это. Малая? Полутаю. Кто там играет? Так, я высадился в 59.25. Красава, значит, и у кого сейчас высадка идет? Высадка у кого идет? Ожидание. Так, я в деревне на болоте, по забору иду. Я тоже ожидание. Но, а. Мы, походу, с тобой вместе попадем. Пока спрячусь в кустике. Давай, спрячься в кусты. Черт их возьми. Высадился в селе в каком-то. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. На батиной копейки, да? Так это высадка. Сейчас смех сказал, да? Правильно? Высадка, нет.
Вот сейчас мех говорит. Высадка. У меня тоже высадка. Вот вы вдвоем попали. А мы бы, наверное, с тобой вдвоем кулер попали. Не-не, ты когда высадился, у меня еще... Не-не-не, Алексей, время. Это уже слишком, ты сказал. У тебя сколько время? Я понял, кого французом сделали, ладно. И кого же, меня, что ли? 55. Я около туннеля. 59-50. Я на дороге и на таможне. 58-10. Тихо, тихо, тихо. Вот ты мне скажи, ты стримишь или меня переименовываешь в Дискорде? Иди отсюда. Ты где, на болоте в деревне, кулер? Не-не, я на дороге на таможне. Мех, где ты вообще? Ответь мне, пожалуйста. Я на туннеле. Хотя я выбирал спавн там у тебя. Нормально? Там у тебя? Ну, в смысле, на втором спавне. Ну, так. Ну давай где-нибудь встретимся. Да я бегу, бегу. Я через это, там, через курилку, знаешь? Около санатория. Около санатория. Давай около санатория встретимся. Ну если меня не убьют, конечно. Ну если вы меня не убьют. Ну я в общем богат. А эти два дяди где? Нормально, за вами. Дяди, сколько у вас времени? Стреляет у кого-то. Глок сейчас стрелял у кого-то. Глок сейчас стрелял у кого-то. Глок сейчас стрелял у кого-то. Нет, 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 нет. Точно сейчас Глок никого не стрелял. Точно, 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 точно. Тогда я не с вами. В смысле я не с вами? Это вы не со мной, а не я не с вами. Давай, Марина, иди на работу. Иди на работу. Чья это подписчица, говорите? Марина Мариша? Марина Мариша. Марина Мариша. Моя. Вопрос такой, вы играете в Тарков или нет? Нет, она не играет в Тарков. Ну все, печаль, беда. Я около вертолета. Зачем? Почему женщины не играют в Тарков? Почему? Да потому что это игра для геев. Ого, ты гей? Коко Фантаза. Я вертолет прибежал уже. М? Вертолет прибежал около санатория. Хорошо. Ну, я еще бегу. А с какой стороны бежишь? Ты что, тоже до картавы, что ли? В смысле картавый? В смысле картавый? Ладно, все, забудьте. Все нормально. Вижу ЧВК, вижу ЧВК, фулка, ребят. Угу. Сейчас топором тебе помогу. Кто по холму бежит с топором, кстати? Я бегу сейчас. Глазурному. Глазурному. Нет. Я под скалами на подъеме восточку. Ебать, Станислав, да ты вообще все знаешь обо всех. Я в шоке просто. Недаром тебя, у тебя фамилия Гал. Так, слушай. Я бегу. 97% стримеров картавые. Я тоже хочу, но я не могу, понимаете? Не могу. 97% стримеров картавые? Ага. Неправда. Правда. Не может быть такого. Я бегу на вертолет. Медведя, кстати, казнил. А, стой, 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 назад, 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 повернись. Я тоже медведя топором казнил сейчас. 48-го левела, блядь, сюда, с ксюхой, блядь, и без патронов, без, блядь, нихера. У меня 16-й левел, слава богу. Ты долго убивать меня будешь? Я просто бью и отхожу назад, бью и отхожу, ты понимаешь, да? Ты так красиво лежишь на дорожке. Ты так красиво, невыносимо. Рядом с тобою. Ну, дальше, дальше, продолжай. Ну, дальше, что я жду дальше. Дальше, дальше, текст напомните, дальше сейчас споем. Давайте вместе. Я вроде знаю его, но не могу спеть. Где эта граната, ага. Я вас понял. Понял, понял. Как принял. А что, Люся, уже все в катке? В смысле? Я... Люси, Люси. Ну, в смысле, в лобби. Нет, я тут, в это, воюю.
Почему ты у меня в лобби? Она выше написала так-то ранее. Ты думаешь, я чат читаю, что ли? А, не, подожди, у тебя Люси, а это Люсипа. Люсипа какая. Ой, ай, ай, ой, ай, ай. У меня вообще шесу, я не Люси. Ай, ой, ай, ай. Рука минус, живот минус. И ребята работают по мне. Очень больно стреляют. А? Откуда? Может, у него сгорел комп? Так начинается, чё нельзя скриншот отправить? А, вот. Ой! Подожди. Убили меня. Вообще не видно, в какой комнате он был. Шусия. Шус, смотри. Шусуя. А, Волова, ну понятно. Да он Люси просто. Шусуя. Шусия. Глянь чат в Дискорде. Чё там? Ты в лобби, нет? Я его убил. Он подгорел. А я чат не могу читать, я же не то. А, все, недостойный. Я в лобби. Да, я недостоин, да. Я в лобби. Я вижу меха и Люси не вижу. Там, да по смыслу ты недостоин? Ты слышишь, там вверху текстовые каналы, чатик, туда зайди. Я смотрю, у вас гейпарат, одни юсики, карманные юсики. Я специально юсика создавал, чтобы ребятам помогать выполнять а, квесты. А, ну это, видишь, ты все нашел. Ты, смотри, Люсифа. А все ребята, это Настя какая-то. И все. Раз. Ну да, по сути, да. Два. Три. А Люси это... Мы, по-моему, опять с тобой вдвоем стартанули. В смысле, Люси же тоже здесь был. Нет, меня не было, я... Нет. Я был здесь, алло, Вася, за прием. Такой рейд классный был, добежал до, короче, до санатория и пацанам лут как раз принес. Нормально. Так понял, а пацаны четко сделали. Один, кстати, в окнах засел в западном и вертолет сотрел, а второй в восточном засел, короче. И они меня нормально так подбомбили только что. 4 раза выходил из пожарки в окна, смотрел, никого не видно, чувак. На 5-й выхожу и просто в тукан прилетает. И я слышу, вот прям как возле меня стреляют, и никого в окнах не видно. Хорошо, что в этой игре нет проблем с освещением внутри помещения. Никита, спасибо тебе большое. О. Я еще думаю, почему, когда я, короче, в доме сижу, сливаю пацанов, по мне даже никто не стреляет никогда. Вот почему, потому что меня просто не видят там. Я появился 56-я минута. У меня тоже появилась 56 минута. Я еще не появился. Я около таможки. Ну, в смысле, около этой. Как я бегу к таможке. Беги, беги быстрее давай только. Большая красно-белая вышка. Мы с чупа-чупс. Солнышко, ты о чем? Да нет, вышка. Радиационная вышка такая, знаешь, для самолета специальная такая вот. Ну, понятно, понятно. Все, 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 все. Железная дорога там. Вы сложно, пожалуйста. Па-па-па-па. Карл украл, украл Карл, да? Какой Карл украл Клары? Ключи от санатория взял, взял. Слушайте, вот тут такое дерево, вот такое мне нравится. Может его как бы срубить? Это дерево. На Новый год весна только началась. Стреляют. Стреляют. Я... Чё-то потекло. Кто это стоит? Это бот. Алло, это бот. Там бот. А, там бот. На таможе... Уходи, левее, на железку. Я на железке стою. Зачем ты же на железке стоишь? Ну, что, там, потому что там боты были. Я не пошел туда. Остановись. Нет. Остановись-то, бэйби. Остановись-то, бэйби. Да остановись ты, блин. Да мне остался квест выполнить, а всего выступом. Одного мультика. О, минус рука. Остановись, блин. Давай зайку поиграем. Да, вы должны понимать, что это паристика должна быть максимальная сила на максимум. Я твоя дичь. Догони. Качана на максимум, это не истинный топор. Вы должны это понимать. Все это был последний? Нет. Да в смысле? Почему только я попадаю с ней? Вы че?
Че за подстава? О, 2 биткоина. Еще одного надо убить. Еще одного надо убить. Левее бери на 45 градусов. Ага. Ща, подожди. Так, надо... Так, где 90? 90. Ага, вот солнце. Солнце 90. Да все, дохни. 90. Мысли, так в смысле никто не попал? В смысле? В смысле? В смысле, так один вообще в какой-то другой катке, он... Люси, я 2 биткоина нафармил только что, все нормально, я попал. Этот шустрый вообще куда-то там тоже не ходил с тобой. Ой, роллеры. Я не то, что не ходил, я еще с той катки не вышел, вы уже ушли. Так а что ты кипарем там бегаешь? Просто взял эскейп, выход и все. Че мозги-то? Ему нужно полутаться. Нет, мне лутаться не нужно. Мне написали, что меня убил Ричи Колган. Кто? Чуваки, 3 биткоина просто за катку. Да вообще не интересно. А я отвечаю, 3 битка, 2 золотых. Ну это не интересно. Это бред. Это просто это бред, реально. 3 дефика, считай, сейчас вынес. Да радуйся ты и все. И все. Так, я 0-2, берег. Один человек остался убить. Я уже в лобби. А Люси тоже сидит, да? Да. Люси, ну пойдемте. Я вас приглашаю на танец. Раз, да подожди, два. Подожди, нет, стой. Он не сидит, его нету в лобби еще. Как вот он в лобби сидит? Да это другой вообще, это Люси. Я сижу в лобби, Шисуи. Где ты, Шисует? АРД Шисует. А, все, вижу. Понадеялась всяких ников непонятных. Раз, два, три. Не, ну стой, я за свой, конечно, тоже молчу, но... АРД это так, ладно, Шисуи ты. Да, я не увидел, что у тебя там... Я смотрю, Люсия какая-то там сидит, другая. Какая-то Люсия. Какая-то Люсия. Люсифа или как? Люсифа. Люсифа, да. Ух ты, эмотику на сон. Сейчас к тебе негры приедут. Надо текать быстро. 3 биткоина, эмка. Сейчас если ДВЛ вытащу, вообще вроде... Блин, думал на то... тебе компьютер сгорит. Просто ты фартовый. У меня просто сердце станет от такого. Станет. А еще в 222 комнате рисуется РСС и... Ребята, просто лол. Ты ДВЛ нашел? Нет, ВСС еще нашел. Эмка, ВСС, 3 битка, 3 золотых цепочки, роллеры. Найс. Ты роллеры нашел? Да. Вы чувствуете, минуткой это пахнет вот это вот? Сейчас лапши на ушах. Ну, естественно, ты мне это все вынесешь, да? Не, естественно, нет. Подожди, за лапшу сейчас ответишь. За лапшу сейчас тупо ответишь, отвечаю. Тупо заходи. Лапша. Заходи в чатик. Скрин тебе скинул, прям просто лайвскрин. Зашел, посмотрел, отписался быстро. Ты стримишь, что ну, ли? Ну что, я тоже могу скриншот такой скинуть. Да... Смотри. А ну давай. Возле 222 комнаты. Ну вы тут еще писюнами помиритесь, ну серьезно, чтобы вообще до полной картины. Нормально будет. Смотри, я тоже вынес. Больше схрон и так далее. У меня 0 биткоинов. Нет, ноль. Ни одна цепочка. Персаски нет. Чекай тоже вынес. Подожди, сейчас прочекаю. А где скрин? Вот, это дядя красавчик, дядь. Дядь, лучший. Так, у меня высадка. У меня высадка. Ну чё, все ушли? Ау, у меня тоже, я падаю. Я падаю. Куда-то, откуда-то с неба падает. Снегом стать. Неправильно поешь. А может быть... Блять, опять эта деревня ебучая. Да что ты лапшу вешаешь? А чё ты мапу с собой не брал? Thank you за донат. Розерон. Я около метео. Я в углу. Опять там где-то... Mm-hmm.
Я где скала? Ну, скала появилась. Что за скалы? Ну, скалы. Справа идешь, там выход через скалы. Направо, если идти. Лево забор, понимаешь? Вот. Край забора нет, перед скалой, да? Я по забору иду, короче, со стороны это таможки. Это угол называется, понимаете? Со стороны таможки по забору иду. Давай. По забору. А где, кстати, еще эмку с патронами находят на берегу? Эмку с патронами? Да, я вижу. В какой-то 200 какой-то. А покажи мне человека, который играет со стоковой эмкой. Да, ты сейчас скажешь, я бегаю со стоковой эмкой. Реверсаун не звонилась. Ее? Это она, что ли? Реверсаун, это она? Парней снова убавила? Ну да, это потому что мне импульс прямо в ухо начал орать свои шутки. Шептать. Нежно. Поцелую. Смысл мне их громче делать, если они щеглы. Щеглы, мы просто для тебя щеглы, вот и все. Вот так ты относишься к нам. Остановись. Тот, который мех. Да почему это мех? Это не мех. А что это? Шуба? Спасибо. Да это нормально? Нет вообще? Я пятую катку под отряд с ней попадаюсь, и она меня убивает. Сейчас я еще к ней приду. Это нормально. Зашли, говорит, помощники. Давай мы сделаем так. Довольно все просто. Ты их убавь в Дискорде, а на стриме прибавь. Француз? Да. Да. Ладно, в общем, я пошел, давай удачного стрима. Пока, всем пацаны. Давай, счастливо. Ну, вообще нормально. Прощался, называется. Все, а руку пожать, поцеловаться. Все, давай, иди отсюда. Вот это вот не надо, вот эти приколы воровать. Это наше, да, с Денчиком. Иди умойся. Да только вышел с души. Иди умойся. Два раза мылся уже. Знаешь, ему в жизни... Опа, еще и Юсек с топором бежит. Иди умойся, он скажет. Я мылся уже, ты чего? Тихо. Ну что, странное, что ли? Дискорд их убавь, а на стриме прибавь. Шифу, можете, пожалуйста, смотреть просто стрим? Нет, я хочу музыку слушать. Я сейчас закажу музыку, хочу музыку слушать. Что непонятного? Ну, а ребята тебе зачем слушать? Потому что кулерами смешон. Смешон? Смешон. Кулер у тебя смешон? Крулер. Да неправильно, солер. Солер? Солер. Ты там не задохнулась, знаешь, тогда как? Тяжел. Так что, что? Нас осталось Люся и Настюша, да? Люся и Настюша. В смысле, Настюша? Ну да, она осталась. Люся осталась. Чё, всё? Ждите, короче. Ждите. А, вот так, да? Значит, квест сделала, и такая сразу... Подождите. А за золотые цепочки и дефик всё-таки на короне оставили, да? Сейчас посмотрю, кстати. На каком там ещё уровне. О, так это сейчас каждый Лёха будет тупо бегать с дефиком, если за биткоины меняется. А только что-то... Так, на третьем левеле за щелочь меняется, а на короне за цепочки. За 5 цепочек, да? Ну, просто изи-катка, вот, ребят, только что 4, фактически, если бы еще по одну цепочку вынес, нет. Еще бы, если бы 2 цепочки золотых, по факту вынес бы 4 дефика с катки. Это вообще бред. В натуре, Вася! А что сейчас порежут типа биткоина, либо еще что-нибудь придумают? Да все говорят мне, что порезали биткоины, никто биткоины не может найти. Вон только что, пожалуйста, 3 битка. Не, бывает, что вот играешь, я прям вчера играл на стриме, только за весь стрим только один биткоин нашел, реально. Я тебя сочувствую. Здрасте. Да. Алло. Но самое главное, ты не расстраивайся. Алло, вы меня слышите? Слышу. Не, мы тебя слышим, просто игнорим. Слушай, ты не обижайся. Целую. Боже.
Что? А может просто снегом стать? Что, теперь нормально пойдем? По фулочке? Да, да, по фулочке. Я, кстати, белый броник купил. По фулке нормально будет? По фулке сейчас схожу именно жестко. Найти 6 жилетов АВС. Чаку. А что вы все со стрима пошли? Я не понимаю. Вы пошли к Ньюкиду, да, пошли все? Ну, я с вами все. Все с вами ясно. К Никите, а не к Ньюкиду. Так его Никита зовут или нет? М? Что? М? Кого Никита? Никита его зовут, говорю. Ньюкита. Я не знаю, как его зовут. Мне не интересен этот человек. А? Б. Я не с тобой. Вообще. Я знаю. Давай, щутка, слушай, прям в ухо говори мне, пожалуйста. Давай. Голосом Кабвеба? Как? Как? Ау, еще раз. Здорово. Так. Так. Я шутки не понимаю. Здорово? Здорово. Вообще не смешно. Еще что давай скажу. Можешь еще 300 сказать? Ну. Настя, а ты задержку на стриме сделала теперь, да? Да. А то я всегда заходил под левым аккаунтом, вас сливал с Сэмом, а сейчас что-то не получается зайти. Как смешно, ну как смешно, вообще такая шутка, я не могу. Шутка, не шутка, брат, слушай. Хватит, ты дашь мне стримить нормально или нет? Все хорошо, дорогая, давай, запускай. Тарков сейчас 18 стримит, чего? С 18 лет или 18 человек? Я тебя не слышу. Я тебя не слышу. Все, я в принципе готов. Так, а ты по фулке идешь? Ну да. Так, а что мне? Не, ты... ну... Просто клипы, блядь, надо сливать, потому что... Да почему ты донатишь под, блядь, твой папик? Я не понимаю. Француз. А, француз. Твой папик. У меня просто это, блин. Я не знаю, может тоже в дефике пойти. Ты же в дефике, да? Ну для меня сейчас просто топ броня это белый броник. Почему? Так он самый лучший дефит, он самый именно качественный по защите. Белый броник самый лучший дефик? Да. О, в паки пойду, все-таки решил раскошелиться. Что? И в паки пойти. Да меня вчера в дефике так забрали жестко, что я даже не хочу больше в дефиках ходить. Ну так-то да, меня тоже вчера, блядь, голый причем, выдержал очередь СМ-ки, блядь, и... И даже обскор не буду надевать, потому и, что у меня... И обскор с дефиком не помог. Куда вы пойдете? Это нормально. Куда мы идем? Я не знаю, куда ты хочешь сходить? Вот смотри, мне пака вернулась по страховке фуловая, просто меня в голову забрали. Это жесть. Это просто жесть. Что за оружие брать? Я, наверное, короче, возьму сейчас, наверное, этот ПБшник на 84 патрона со сковородкой. Не, сильно как-то некрасиво получится. А с другой стороны, лучше взять калаш без глушителя, правильно? Я вот с калашом без глушителя, потому что с глушителем послабее чуть. А может просто небом стать? Настюш. Настюш. Настенька. Настюш. Настюш. Че, на какую карту идем-то? Настюш. На таможню, наверное. Настя, ты где? Настюша. Солнышко. Просыпайся. Тебе пора на работу. Настя! Анастасия?
Настенька. Он просто тупо нас игнорит. Настенька. С БПХами сейчас пойду попробую, что за говно патроны. Хакими ты БПХами пойдешь? С БПХами. БПХами? БПХи. БПХи. БПХи, да? БПХи. БПХи. ПРСки ж понерфили, все буду с БПХами ходить. Там, по-моему, все понерфили. Нет, темку жестко занервили. Типа, сейчас вообще с МК не вариант ходить. А ты посмотри, которая другая-то, на S. На СКС, что ли? Нет, пиндосовская, как она там. РСАС? Да, ты посмотри на нее патроны. С одной пули сразу, ебать, в линейку пятерых убьешь. Ну так у нее шурон 71. Как у ДВЛки. Точнее... Последний раз, когда я ДВЛки пользовался, я бота с 5 выстрелов не мог убить. Но у них же одинаковый патрон, кстати. Ну вот. Подожди, а раньше что ДВЛ, по-моему, другой патрон был, не РСАСочный. Был. 308-й какой-то был у кого-то. Так, вопрос такой у меня. Да, солнышко, я тебя внимательно слушаю. Да. Задавай слишком громко. Раз. Да. Громкий? Тише. Чё ты переименовался? Тише. М? Тише. Алло. Тише. Ты меня игноришь, что ли? В смысле игноришь? Я кому, блядь, на ухо нашептываю, я что-то не пойму. Ты меня уважаешь. У меня вообще твоя музыка играет. А, я убавил ее. Я ничего не слышу. Сейчас я тоже прибавлю ее. Угу. Привет, Александр. Саня, здорово. Рады тебя видеть. Вот моя гвардия там пришла в чат. Саня, привет, батюшка. Мне нужен Егор, его нет, понимаете? Егор, ты на стриме или... Если ты на стриме, короче, напиши. Ну чё, брат, идём или так и будем сидеть? Угу. Кто потерялся, кто потерялся? Кто по чё говорит, я запутался тут. Тут запаздывает, тут что-то говорят в ухо мне. Егор потерялся. Так Почта России в помощь, ё-моё. Найди. Я тебе говорю, Почта России в помощь. Ты же у нас пишите письма. Найти. Знаешь, как меня друзья ищут? Они говорят, ну как тебе можно позвонить-то? Я говорю, Почта России, голуби. Голуби, Почта России. Да, я телефоны просто всегда все отключаю. Ребят, а вы видели, сколько теперь ХП Гризли? 1300. Ты вчера видел сетку по новым патронам? Обновленную. О, обновили, сейчас ляну. Сейчас ляну. Так я же тебе по этой говорю, ты посмотри, что рулит ты сейчас. Сейчас посмотрю, подожди. Я только натуре сейчас увидел, ты тяжелый, эти, сало переел, что ли. Я просто немного туповат, понял, сало... Да сало я понял, понял. Я понял, за юсеков-то играть я. Так это у меня после бировцев синдром остался. Да ты не можешь? Надо, не надо нам рассказывать здесь сказки вот эти вот. Гал, если ты хочешь мне что-то сказать, зайди в Дискорд и скажи это. То ты уже так который не... день прячешься от меня. Не вчера обновилась сетка, дядя, что ты мне тут рассказываешь? 20 подожди, тут кто-то кого-то прячется, надо выяснить это. Зайчик от зайчика. Зайка, точнее, от зайчика. Или зайчик от зайчика. Я тебе запутался. Че, идем? Конечно. Куда? А кто-нибудь даст денег, я схожу с вами. Налутаешься, заходи с топориком. Ага, чтобы я еще с топориком не заходил. Да нет. Нет, ну Гризли 1300, это, конечно, прикольно. Базару ноль. Теперь ну, пульки нет, бьют, вопрос в другом. Жди моменты, когда ведут переломы снова. Что это такое? А их ведут. Какие переломы? Которые были раньше. А что, перелома в игре нет, что ли, сейчас? Ну, сейчас нету. Так-то. От ранений нету сейчас перелома. Куда идем? На таможку. Я вас спрашиваю. Говорили же. А почему они не... А, мне квест надо на таможне сделать. Сейчас я посмотрю, с чего у меня кто, сколько народ сидит. Так, ну ладно. Меня не спалят, что я с вами пойду.
Тебя уже спалили. Да, там близкий. Он это не скажет никому. Там все просто свои пацаны, вот и все. Я занят пока, как смогу приду. То, да, кулер поехал, с нами есть. Подожди, не кулер, а как ты сказал? Соллер? Соллер, да. Соллер, точно. Сейчас я зайду. Сейчас мы пойдем мне квест сделать. Гал, так за ним не ездят. Его сам так привозят. Травку, если что, на дом. Если ты платишь. Вы что там, а все опять про газонокосилку, что ли? Как говорил хамстер, если вы хотите посраться, идите в Дискорд. Так что, у кого живот скрутил, ты скажи нам. Я просто что-то это пропустил, момент этот. Ну, как бы к тебе же. А мне что-то писали. Ну, что да. Случилось? Сейчас я тебе вынесу оружие, Саш. Тебе написать. Как? Мне ты оружие вынесешь. Да ты что, Стасик, сладкий мой. Братишка. Mm-hmm. Братишечка. У меня в трех ящиках лежит его топовые эмочки. О, дядя, давай, я тебе калашики гнилые, ты мне... Давай, уже давай, баксики мне с рубликами. Я тебе вынесу прям готовый этот, как его, кейс прям с эмками. Сейчас давай мы пойдем так, оживим народ, без да? Без ебать, давай. А что, да, я сказал что-то? Ты сказал ебать уже несколько раз. Давай не придумывай, а? Не помню, не слышал. Не мог я такого сказать. Да, аналогично. Че ты ему это прикрываешь зад? А, не кулер. Это вот не так правда. Вот. Вот так вот. Угу. Вот и поговорили. А ты в курсе, Сань, что ты не вынесешь 10 автоматов в кейсе? Че это вдруг? Потому что я когда перекидывал аккаунт, я не мог зайти на сервер с 10 пушками. В этом оружейном типа. Ну, сейчас попробуем. Вы понимаете, что сейчас будет? Вы сейчас просто понимаете? Сейчас, если этот кейс вы просто потеряете, вы можете смело идти брать веревку с мылом и вешать, потому что я каждый из вас адрес найду. Кто меня приручил? Так ты не бери его сейчас, подожди, зачем сейчас? Я беру его. Для чего? Выбирайте, мы идем либо на таможню, либо на этот, на берег. Я на берег не пойду. Не, импульса в катку не берите, я иду уже, блин, в Россию, зачем мне еще идти как секьюрити? Чего? Я иду, подождите, я иду. Так, сейчас кейс, горе хапните. Я взял кейс оружейный, я тебе говорю, я не шучу. А зачем ты? А вот, чтобы у вас адреналин был. Вы что, думаете, я шучу, что ли? Ну. Сейчас, патроны куплю. Так ты да бронежилет не надевай уже для полного. А что, у меня эта роса беспонтовая, что она, от кого она защитит? Давай резче. Да резче. Так, это, чтобы каждый пожалуйста. В автомат вставил в затвор патрон. Поняли? Нет. Ну, сейчас тогда мы на респе умрем, я чувствую. Оно все равно слышно, когда ты резаешься, даже нет. Когда у тебя уже есть. Нет. Да, слышно. Да. Нет. Спорим. На этот ящик. Да ты уже проспорил. Ты мне нет, скажешь, уже ты перебор. Споришь. Не хочу. Что, он зашел? Нет? Иду. Понятно. Резче, пожалуйста. Тише. То есть ты там всем говоришь, что ты меня приручил, да? Ну, так значит. Чё? Мне с чё с тобой понятно. Все-таки тебя импульс... Алло, импульс, доброго дня. А, привет всем, ребят, всем привет. Хэббл-бэббл, смерть метам фалаваром. Меня с собой возьмете? Да все уже, поезд ушел и... Ты сейчас только что написал то, что теперь я враг номер один буду. А может просто снегом? Я, кстати, с топором пошел импульс. Я тебе говорю, я доеду до Хохляндии, у меня там есть знакомые, я тебя найду. Это, кстати, хорошо. Ты че, у меня ж там вообще нормально с ребятами все. Только это, я ж тебя буду ждать, вот. И самое главное, то ты хоть водочки русской возьми. Зачем мне русской, когда у вас сало есть с самогоном?
Так, что это? Подожди. Нет, ну русская водочка-то она же популярнее в мире. Слушай, ну как она может быть популярной, когда вы такие же русские, только просто сало любите? Что а ты мне тут любите? Рассказываешь? Подожди, а вы не любите сало, не? Не, ну мы его просто, понимаешь, мы его реже едим, чем вы. Мы же просто вас напрягаем, а вы нам подгоняете. Ну не всегда же вы нам подгоняете. Так мы наоборот, сами себя поднапрягаем, чтобы бабок заработать. Заткнитесь оба, блядь, серьезно. Давай ты разговаривай. Вот что ты молчишь? Давай разговаривай. Во-первых, ты сейчас матом ругался. Вот это... Между прочим, прежде чем мне что-то говорить. Все. Ну что, ребята, мы вылупляемся, и сегодня мы играем на таможке с Кабвебом, Импульсом, Амазонкой и Люсей. И Люсей. Да. И Люсей играю. Еще нам тройка не хватает. А может просто снегом ставить? Смотри. Так, где кулер? Пожалуйста, покажите мне его. Кейс. Кейс упал. Так, на обратно его. Тихо. Неси. А чё я? Неси. Жопой отвечаешь за него. Вот так умеете делать? Смотрите. Выдернул чеку и побежал. Посмотри на его руку, посмотри. У меня перед монитором чека летает зад вперед. Вы это должны видеть вообще. Я вчера так в толпу забежал на таможне, кстати. Дядь, ну тут, кстати, не все фуловые. О, тут есть эмка с патронами, кстати. Я сейчас ее возьму. А ты застраховал хоть его, Сань? Блин, кстати, нет. Чего не сделал, то не сделал. Так, по-моему, в гаражах кто-то есть. Давай, давай, сейчас разберемся. Сейчас разберемся. Минус. Ну и кто его убил? Я его, по-моему, должен был сложить, по идее. На, забирай Люси. Да что ты забирай, мне не нужен лут. Заберите меня, он зачем? Пойдемте на мост, не останавливаемся здесь. Все равно здесь. Его просру. Все, там залутали, идемте. Кто впереди прыгает? Люся, наверное. Нет. Кулер где-то в кустах сидит, я по-любому. Да вот я иду. Кто с двери? Да, это закрыли дверь. А что у нас четвертый где? Я сзади вас. А, все. Блин, пистолет забыл взять. Сейчас, короче, на подавление зайдем и все, прям ба-ба-ба-бум. Идемте через этот пройдем, через временки. По самому аду нас ведет. Да, по самому аду. Я тебе говорю, сейчас 4 ствола стреляй, они нахуй все съебутся. О, уже есть там люди, походу. Мы сейчас друг друга просто перестреляем, мне кажется. Идемте по правой стороне уходим. Парень смерти. Ты заметно, что ли уходишь? Будьте заметны.
куда-то или что? Не-не-не, двигаемся, двигаемся. Я общагу просто это замакарил. Что кинул? Забрал ЧВК. ЧВК забрал, ребят. Упал. А кто бы это забрал с СКС только что? Я. Yeah. Так. Через КПП заходим. Да-да, пойдем через КПП. Зашли уже? Да, я зашел уже. Нет, зашел. Дайте. Смотрите, раз, еще раз, может раз, быть раз, как раз. Вариант, да, аккуратно. Раз, два, три. А кто там со мной сзади был? Стопы. Отсюда. Кто работает? Откуда, ребят, откуда? На мосту. Угу. По-моему, упал. Бля, гранату кинул. У меня минус живот. Он спрыгнул просто. Еще одна, еще, еще, еще. Не-не-не, он упал, походу, делал. Не-не, еще не, живой, 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 ушел он просто. Справа кто пошел? На зеленку пошел, на зеленку пошел. Пойду с другой стороны пойду. Продамажил сильно, он пошел на зеленку. Вот он, вот. Вот он. Меня снял. Забрал. Забрал? Да. Импульс сильно, ты поспешил. А, я забрал одного. Я забрал одного, их здесь двое было. Севус, севус. О, еще одна эмка подъехала. Это. Двух выстрелов я ушел. Я, по-моему, Настю забрал. Кто по зеленке бежит? Я иду с другой стороны. Я и здесь стою. Забрал. Не-не, я меня убил. Тоже забрал, кто и Настю забрал. А, да, все, это Настя на МК. Ну все, жетоны, жетоны заберите и уходите. Не стойте это, Дэн. Заправку чекните выход, чтобы не бежать туда. Либо лампу чекните на этом, на втором. Я сейчас МК малой сброшу быстро. Так, заправка не работает. Значит, бункер должен работать. Ближний к вам. Подожди, дядь, ты убежал? Я рядом с тобой, не переживай. Чекаю. На мосту, я на мост иду. Давай. На мосту был? Да, я на мосту я был. Был, был, был. Здесь труп, кстати, лежит. Да-да, верится. Залупишь, залупи найдем. Я так и не понял, зачем он мне этот кейс скинул с эмками. Слушай, а калаш? Я на подавление, чтобы нам в спину не стреляли. Мне просто показалось, что кто-то высунулся. Ну давай, заходи. Ничего так квестик, да? Называется «Донести дорогой груз». Так еще и полутал даже что-то, ля. Два калаша вынес. О, калаш без глушителя ничего так, слушай, нормально разваливает. Не, без глушака он лучше намного. Два бира забрал. Два бира. А я что, жетоны у них не взял, что ли, я не понял? Я их убил и жетоны не взял даже. Я ж Севуса убил, у меня же есть жетон его. А, нет, гля, на туре я жетоны позабывал. Лол, кек. Это называется «Передай другому» этот кейсик. Вопрос в другом. Что мы забыли сделать мне квест-то. Вот что самое главное. Да, теперь и следующий, кстати, квест кто-то несет. Потому что я квест сделал. Вот эта ямка ничего, кстати, такая. С ресивером замененным. Нормально собрано, красиво. Слышь, что? Сейчас кто-то по шапке получит, я чувствую. Чё? Чё случилось? Так посмотри на себя в Дискорде и на меня. Ля,
Лёша Папик Кулер. Так, а я не знаю, кто такой Лёша Погреба. Вот, вообще, ну, вопрос в другом, что она еще и отключила, что я не могу переименоваться теперь. С роли с меня сняла. Лёша Погребок. Это кто такой вообще? Я не знаю, кто такой Лёша Погребок. Это ее виртуальный мир, наверное, там, я не знаю. Так, ну что, кто, ребят, берет кейсик? Я тоже его страховать не буду, чтобы интереснее было. Чего ревете? Малая, ты кейс сейчас несешь, тупо с полумиллионными купюрами. Слышишь, а в натуре можно такой челлендж запускать, кстати, реально интересно, слушай. Ну, нормальный челлендж идет же. Слушай, надо тогда нам пятого в довеске. Пятого надо. Надо дернуть кого-нибудь, пятого. За ухо. Я знаю, кого можно, кто у нас умеет играть. А, его нет в сети. Тот, кто всегда впереди бегает, ебать, и потом орет, ебать. Меня убили. А, я понял, про кого-то. Я говорю, тише, ну куда ты идешь? Ну тихо, ну подожди, ну блядь, что ждать-то? Я же, говорит, поиграть зашел. Ладно, так же быть, зайду сейчас, челлендж устроим, правда. Только надо будет ждать, мне надо калаш. У меня калаша нет. Так давай я, может, и М-ку затюненную уберу, здесь две М-ки, я тебе их лучше сброшу, чтобы в натуре никому не достались. Кого? М-ки две затюненных достану и положу две стоковых. Ну, дядя, в натуре... Сделай так, чтобы просто ящик был стоковых М-ок и все. Потому что в натуре кто-то заберет, сильно кучеряво получается. Ну, а сколько кучеряво там? Сколько? Миллион получается? Там больше. Сейчас я тебе даже точно скажу, подожди. 10-1,5 кейса. Ну, 2 с чем-то там получится. Ну, 2 с чем-то миллиона где-то, да. Так, а что у меня тут? А, ну вот я как раз смогу себе стоковый АКМ купить. Короче, кейс полностью со стоковыми ямками. Да, Франко, Саня, нету Франко. В сети его нету. С Франком мне вообще ничего не страшно. Пока я там ковыряюсь, он все за меня делает. Он за тебя сливается, как говорится, пока ты там ковыряешься. Ну, мы обычно, знаешь, как делаем? То есть я на себя... агрю просто всех, ебать. Ну, то есть стреляю туда-сюда, провоцирую, и когда только на меня все сагриваются, он просто по всем пробегается, и все лежат, ебать. Там буквально в бой 5 минут идет, и 5 трупов. Даже и того меньше бывает. Тут самое главное, что, вот ты стреляешь, и остальные у тебя просто маневрируют. Все внимание на себя привлекаешь без глушака, и все. Либо в 4-5 глушаков, без глушаков выходишь на карту, и все, там все от тебя убегать начинают. Ты пойдете, нет? Да, идем. Ты это, Почта России выслала мне денег? Конечно. Конечно? Угу. Подожди, у меня даже броника нет, надо купить. Трусишки приодеть. Блядь, щелочь, нифига себе, а у меня 4. Вот что за подстава, а? Лол, кек, 76 тысяч страховка этого чебурека. Нормально. Или не страховать? Не, лучше застрахуй, а то вот так вот от бота все умрем. Так, а мне надо, что надо мне? Мне магазины надо. Много-много магазинов. Я в лобби. Сейчас, подожди. 800 патронов хватит нам? Не, возьми косарь, я думаю. Для косарь будет нормально. Окей. Да я шучу. Я вообще 200 патронов беру. Сейчас приду, кстати. И Амазон, какие-нибудь приглашения в лобби? Так, а мне надо, короче, квест сделать. Какой Vapor Nation он какой-то? Vapor.
присоединился. Не на того тыкнул. Ну. Ард, Ард Люся. А что это за клан такой Ард? АРД. Альянс Красных Ардро? Драконов. Ого, страшно. Натуре ты аниме пересмотрел. Не, меня просто заколотило, и я теперь не знаю, руки трястись начали. Просто фантазии не хватило. Ну это как и у меня, понял. Как ты считаешь, Настя? Эйсис? Настюша. Настя, ну что ты молчишь? Я не хочу с тобой разговаривать. Чего? Ты что, обиделась, что ли, уже на меня? Да ты меня достал уже, серьезно. В смысле он тебя достал? Ты давай, прекращай. В смысле? В прямом. В прямом смысле прекращай. Должна... Что? Ух! Что? Да я вот сам не знаю, что хотел сказать. Сейчас я целик забыл скинуть. Сейчас цель. А баллон в рейде скину. Я и тут квесты помогаю выполнять. А оказывается, вот. Я ее достал. Не говори. Вообще, не благодарен. Ну так помогай, кстати, людям в Таркове, реально. Ну, помогай, да. Вот так скинул твоим флешку, короче, понял, братюням твоим. Да, кстати, импульс твоим братюням флешку скинул, зашел, попросил флешку, даже никто не ответил. А флешек нет ни у кого, я же сам себе искал флешек. Я вот тоже сделал квесты. Мне вот этот лыжник же после патча надо качнуть его. Я ну, флешки сейчас, собрал. С флешкой проблем нет, слава богу. Но ну да, вот. А мы сами-то это, у юсюсюров флешки бали всегда. Их там много? А что у них там какой-то топор есть, раб, да? Что, флешки? Да там 95% игроков топоров. Они потому что сидят только на заводе, а в другие локации топориками бегают. Там завочане такие, знаешь, прям прожаренные такие завочане. Рабочие классы. Как Нью-Кит, короче, прифайером куда попало стреляет, даже когда противник... Нет, нет, там такие коренные завочанины жесткие. Кстати, я, кстати, не пойму, Кулер, мы с тобой сейчас стримим на чем-то канале? Или стример стримит, и я вот от этого понять не могу. Он будет с нами сегодня разговаривать, нет? Нет. Нет? Чего? Нет. Кошмар какой-то. Вылупка. Вылупка? Кейс, вот, выбрось. У нас еще... Да, берите. Сейчас возьму, давай я возьму. У нас рассинхроны. Сейчас смотрите, вправо двигайтесь, я буду здесь это кипиш наводить. Псих, мы потеряем. Ты красавчик, вообще. Стойте. Жопа, короче, писец. Как солнце, ты как вот под огонь прошла, а? Идемте, надо раскидать ее. Вот так вот ты прошел под огонь, блин. А что случилось? Пострелял я ей. Амазонку я в голову прям ей... Ты не амазонку, ты меня замочил. А она почему мертвая? Нет. Или она живая? Она живая. А, ну ладно, это, стой, подождите, у меня лут есть. Батуха, спасибо тебе. Как тебя клан называется? Альянс Красных Драконов. Все нормально, у меня Дефендер есть. Батан, не обессуй. Все, очки, все, я сейчас тебя все подмету. Кто гранат кинул тут? Там топор был, кстати. Топор был? Так, сейчас, подожди. Стоп. Ой, трезип есть. Блин, у меня даже трезип-то нету. Нормально. А у тебя гранаты есть с собой? Да, там разгрузки 4 штуки было. F-ки. А, слышь, а что кейс-то у меня опять? Я что-то не пойму. Потому что он у меня был в рюкзаке. Я не хочу его. Ты нафиг такое палево нужно? Эти аптечки. Вот гранаты нужны. Гранаты я сейчас заберу. Так, это вниз положить. Смотрите малую дырку. Кто-то. Настя. Я большую смотрю. Настя, Настя, давай, забирай кейсик, чтобы это ручки потели. Где ты есть?
Ищи. Так, подожди. Блин, стрим задержка, я не пойму. Кто есть кто? Да я на дереве. Слушай, я кейс положил в сумку, у меня что-то персонаж... Я не юсь, подсказываю. Персонаж перестал крутиться. Так вопрос в том, что я только вижу одного рядом с собой, больше никого. Тебя нету. Я тебе говорю, ищи. А, сервак залагал, я тебе вот так скажу. Да? Нет, не, вот не, встал. Да я сидел просто. А, все, вон, слышишь, что? Давай в догонялки играем. Ну, давай, пошумим. Ай, в ногу попал. Не гони, я в другую сторону стрелял. У меня с собой 800 патронов, нормально все. Вот здесь вот. Пойдем на заправку, на заправку. На заправку можно сейчас на крышу залезть. Я вообще на выход побежал бы, мне страшно сейчас. Настя, а ты где? Фига, вы что, меня одного кинули, что ли? Я что-то не понял. Смотри. Вот. Ты не запрыгнешь, дядь, у тебя там же шемки. Настя, это ты на заправке? Настя. Наверное. А что она с нами не разговаривает, я что-то не пойму. А, я видишь, промахнулся. Короче, кулер. Вот отсюда вот залазить наверх. Да я знаю, знаю. Мне же Кормут показывал. Короче, походу дело это. Рано мне еще туда залазить. Ладно, пошлите. А я заметил, заберешь? У Тарков надо играть не серьезно, а вот так вот ОЛО, оно играется интереснее, кстати. Ну, типа, и не такая прям уж и хардовая игра, кажется. Куда ты хрену кинул? То есть, слышишь, сразу бот заорал. Вот отсюда вот заорал. Вон он. Да я знаю, знаю. Пойдем через карман, там веселее. Ты в дефикишь, да? Да-да. Да иди, давай. Я просто орну, если мы сейчас на фулок нарвемся. Так, все, это моя последняя катка. Настя с нами не разговаривает, она обиделась. Ну, щеки надул на стриме. Даже, блин, это полэкрана занимает. А кто там без сумки? Кто бегает справа? Да Настя, походу. Да, наверное. Через танк идем? Да. А ну, Саня, стой, подожди. Дай-ка я тоже вот туда сделаю. О, патлёни у кого-то окончились. О, и танка нет, прикинь. А выхода-то на танке нет, ребят. Ну и чё, идём прямо, через третий. По нам, да? Походу. Нет. Или по нам все-таки? Ну, не знаю, я туда, в сторону дырки пострелял. Мне показалось, что пули по нам летели, просто Ксюха далеко стреляла. У кого есть порох?
Ну, если будешь общаться с нами, то я тебе поищу. А если будешь громче говорить, еще лучше общаться, то, может, я тебе дам. Ну, не давай. Не давать? Ой-ой-ой, какие рассинхроны, просто жесть. Ты на нас. Значит, рядом игроки, камеры, может быть. Да, скорее всего. Ох, видишь, как за нами идут, это, Сань. Бежит прям по... Что, там есть кто-то? Да не знаю, так. Чутка пострелял. Я по этому пошел. По паркингу. Я с середины сейчас выйду. Сейчас как пихну? Давай. Вы куда пошли? Мы уже к шинке идем. Настя по дороге, я по левой стороне иду. Я сзади бегу. Где-то. Где гаражи проход. А нафиг к шинке пошли? Слева нет выхода, что ли? Вон, да. Слева в лесочке вы? В лесочке? Да. Я вот. Я вот стою. Это да, ты? Да, да. Это я, да, да, да. Сань, почекай киллы, потом, может, Греной кого-то забрал. Не, я только одного. Я убил кого-то. Люсю. Я убил. Подожди, а кого я убил? А, я топора все-таки, значит, забрал, когда вот это вначале стрелял. 10 уровня. Кого ты там стрелял? А там топор на дырке на большой был. Я все-таки просто черепушка мелькнула. Я стрельнул по приколу и все-таки убил его. Так, я, короче, вынесу тогда, с вами не побегу. Я вынесу этот. Люси. Да, себе все оставь. Я тебе могу отдать все обратно просто. Да, не надо ничего. Настя, сколько тебе порох надо? 3. У меня один только. Дай один. Я просто это, давайте вынесу, я 74-кой не пользуюсь, отдам тебе обратно, в 3-зипе тебе все отдам. Да, продай, если не пользуешься. Мне просто я полный схрон, я раскидываю, проиграл, я даже не страхую даже. Ну вот тогда, Настя, себе 3-зип отдам, 3-зип не бери. Возьму, ты что, там с М-кой бегаешь? Возьму тебе магазин на М-ку и фильтр. А, фильтр сейчас обменяю сразу на магазин, если он еще меняет там. Кто меняет-то? Миротворец же, по-моему. Да-да-да, на фильтр. Чего-то нету. Да, вот нашел. Ты М-ку мне вынесешь? Че? М-ку вынесешь мне? Не, я тебе АК выношу. АК или М-ку? АК. У его ж не вот. АК выношу и 2 магазина на М-ку по 60 штук. Зачем? Ну, у тебя М-ка же, ты же М-ками бегаешь. Нет, я не бегаю с М-ками. Ну, будешь бегать. Ты мне вынесешь только обойму, а М-ку не вынесешь. Пойдем. Две обоймы. Нет, самое. Это можно? Да куда хотите. А ты квест не будешь выполнять, да? Да не, нафиг, я не люблю это дело. Я просто выбегу сейчас это самое и сразу убьете меня.
Так, все взял. Куда, на таможню? Угу. Кулер. Кулер. Где? Сало. Здесь он. Он отключил звук. Что за дичь происходит в этом дискорде, серьезно? Вы сами, да? Ну, микрофон ты сам отключишь. Больше никак. Да, я... Это, суть про то, что это самое. Тот переименовывает нас, а не она, да? Угу. А, ну, вот у кого это... права есть, тот и переименовывает. Где твой Егорка? Сейчас. Ну что, кулер ждем тогда? Вы не будете играть или что? Почему? Кулера ждем же. Нету кулера, не знаю, где он. Не хочет. Сейчас. Мне. Одна минута. Ну, может, отошел в туалет человек. Что ты нервничать начинаешь? Что, нервничать начинаешь? Да. Что ты начинаешь нервничать? Не знаю, а? Раздражается. Раздражается у меня. Опять. Валерьяночка в помощь. Тише, тише. Чат захватили галлы. Галлы. Чат захватили галлы, да. Почему он, короче, обиделся? Кто? Кулер. С какого перебук, что гонишь? Да я тебе отвечаю. Да не на обидеться, ни на че. Ну, только что у него ник был. Зовите меня хохлом. Думаешь, он не обидится? Нет. Ну ладно. Он тогда человек ладно. Нормальный. Реагирует на эти вещи. Поверь мне. На слово. А по-другому как-то можно еще? Никак, все. Ладно, пойдемте, пойдемте. Убьете меня сразу тогда вдвоем. Вдвоем а дойдете. А что ты хочешь бегать? Да у меня не хочу бегать. Настроения нет, честно. Не хочу вот прям вот вообще. А Тарков, а блядь, не стоит вот прям. Не стоит. У меня это депрессия от него начинается. Депрессия от Таркова? Да. Жесть. Да. Тебе надо... Тебе надо нести счастье. Да. За мной только зло идет. Так, ладно, пойдемте. Нет, топориком. Таможня. Злюка. Злюка. Кто? Ты, однако. Я злюка? Да. Че это я злюка? Заходи. От меня он позитив кто-то подписал мне. Импульс позитив. Ну че, че ник? Как? Че? Нормальный ник? Импульс? Импульс позитив. Ну, импульс, да, позитив, это просто приставка. Ты несешь людям добро. Ах, не говори. А люди несут мне зло. Кошмар какой-то. Где справедливость, не знаю.
Убейте меня. Убейте. Да какого вот ты? Ебический сил. Ты что сделал сейчас? Блять, пиздец, еб. Ты ебанулся, что ли? Ты знаешь, сколько во мне лежит, ебать? Я если потеть буду, ебать, еб. Давай, давай вынесу все. В трубу, блядь, залази теперь, ебать, еб. Я не страхован, у меня денег даже на страховку нету, еб. Давай, вынесу я все. Конечно, вынесу ее. Сейчас мы с тобой пойдем вместе, ебать. Там разгрузка есть, ебать? Есть. Там патроны есть. Сейчас патронов. Нет. Ну, вот, зато у меня жетончик амазонка будет. Вот так вот, а? Вот так вот оба с топором вышли. Оба с топором просто загрузились, все, побежали. Куда бежим, я не знаю. Пошли сразу здесь, отсюда пошли. Напрямую прям. Через разлом и через... Я тебе говорю, если мы просто нас убьют, это все. Мне кажется, это подстава была. Подстава? Это было специально сделано. Меня сняли, нахуй. Зашибись, блядь. Тебя сняли. Давай, тащи. Рабана. Они тут засаду устроили, короче. Все, я не выйду отсюда. Так, ну что, я амазонки сейчас вынесу. Я в тебя верю. Ой, здесь... Пил меня просто. Ну, что я вам скажу, я сейчас где-нибудь заныкаюсь и буду сидеть, ебать, когда 10 минут останется до конца катки. Ну, жди, сиди. Че? Жди. Поговорим пока. По душам. Иди. А, они за мной идут. И... Сейчас скажут, убили. Они вообще прям идут за мной, я тебе так скажу. Хоть у меня стрима нету, а идут за мной. Вот в чем весь прикол. Не плакай. Да все уже. Тут от радости, тут от печали плачешь сначала. Жизнь боль. Не, жизнь не боль, нормально все. Что, ты жив еще? ВХ. Он меня гранатами закидывает. Просто ВХ ее. Кстати, вот после этого скидоса ВХ подъехала прям вообще четко. Ну, блин. Я на стриме наблюдал, как чуваков, короче, убили через стену ее и через бочки. А что, через бочки тебя нельзя убить? Нет, стены и бочки одновременно. Ненадолго. Бочки такие, я имею в виду нефтяные, которые... Нефтяная бочка. Все, так, ты больше уже не пойдешь, да? Не пойдешь. Сейчас я тебе вынесу амазонка шлем. Что там, наушники где были, шлем? Да не было у меня ничего. Как не было? Ты шлем была. Тихо, пожалуйста. Все, он забрал меня, блядь. Рассинхронный дикий, блядь, на ходу залетел, ебать. Я вам так скажу, что пиздец. Он обладатель охуенного кейса, ебать. Ты с кейсом был, что ли? Да. Жесть. Че, куда? Я больше вот игру больше вообще играть не буду. Так, сейчас я... Так. Действительно, я же во всем виноват. Нет, при чем здесь ты? Виноват в синхрон. Ты давай, нет, не буксуй. Я просто говорю, я не хочу в эту игру играть, потому что у меня от нее очень сильно падает настроение. Как вот играть? Он просто резко появился в комнате передо мной, и просто я даже не успел на кнопку нажать, потому что он появился, а на самом деле он меня уже убил. Ну и какое удовольствие в эту игру играть? Я не вижу никакого. Вот и все. Пока Никиту Буянову не убьют в Питере, я в нее играю. А что, вы еще не в рейде, что ли? Да нет, хули. Ты вообще молчу. За тобой уже выехали.
Вернулся. Не надо просто при респе говорить фразу «убейте меня». Да это не так действует просто. Что это сейчас было? Ты про что? Микрофон, микрофон зафонил, по-моему. Mm-hmm. Так что сейчас а чьи-то слюни выплюнули изо рта. БТшки нужны кому-то? Нет. Там продаются. Возьмем, что ли, немножечко. Пойдете или нет? Да, идем, я просто это собираюсь. Завод. На завод? Да. Просто, что это за схрон? Какие-то тремс, как не зайдешь у него еще. Ну ладно, все, я молчу. Так, я тебе выношу 3-зип, шлем. Наушники. Ты меня что-то выносишь еще? Ну да, я ж тебя убил, блядь. Окей, 3-зип, шлем ты мне выносишь. Наушники, оружие. Сейчас оружие тебе тоже закину. Я тебе М-ку закину. Наушники, зачем мне наушники? А где-то я увидел, не наушники. Ты не ходишь в наушниках? Дед, дед. Зря. Ну, что ты мне вынесешь, калаш? М-ку. М-ку. Магазин такой, возьми с патрушками на М-ку. Угу. А гризли у медички на короне, да? Да. Да. Тебе а, дать гризли? Да не, я просто думал взять гризли. Сколько она, кстати, стоит сейчас? Она подорожала же, по идее, правильно? Наверное. Стоит 16 500. Подожди, как можно... Я просто реально не понимаю. Не, ну хотя 1300 гризли, думаю, нормально. Если смотреть на Солеву, у которой 400. То да, гризли в принципе норм. Теперь есть смысл вообще с гризлюкой бегать. Ну пока переломы не ведут, смысл толку от нее. А тупо занимает 4 ячейки, смысл. Так были же переломы, подожди, я что-то не могу понять. Да после патча, после того даже патча, переломов не было вообще. Раньше от выстрела тебе конечности хоть ломали, а сейчас вообще не ломается. Даже когда я спрыгивал с балкона с третьего этажа, все равно не ломаются ноги. Меня тоже она бесит. Кто странно. Тебя бесит? Я, что ли? Странно, подожди, а что мне постоянно, у меня когда замес, мне то руку отстрелят, то ногу. Не, это в ноль выбивается рука, а не перелом. Перелом, может быть, у тебя еще там пол хп конечности, а у тебя перелом, у тебя рука не работает. Где ты там забанен, Лё? Совсем, что ли? Угу. Так, ты же еще в раз. Ты же в раз еще была, да, по-моему? Да, да. Ну я возьму раз. Все, тогда три зипи будет М-кой и этот шлем. Это так прикольно, кстати, что на втором левеле теперь можно в дефике бегать. Спасибо Буянову. Я уже просто представляю, что будет происходить. Что, нас зовут идем, реально? Катрям себя бесит. Ну, что-то меня тоже бесит у нее там это. Губки бантиком, жопа фантиком и так далее. Так она же вроде в твоем клане или не? В каком она в моем клане? Что? Что-то заикалась. Что ты говорила, не услышал? Да, в общем, смотри. Я ей пишу, типа, будешь играть там в клан, пойдешь, будем создавать клан, развивать его, девушки. Все у нас будет с тобой. Вот так вкратце. Она мне говорит, я подумаю. Я говорю, слушай, ну кого ты обманываешь? Человек думает все на секунду и делает свои решения. В общем, просто заигнорил меня. И все. Я ее удалила с сервера. Она еще здесь светила своей жопой. Все-таки зазнавшиеся стримеры, ничего себе. Кто? Половина. Я? Никита. Анкатрямс. Я не зазнавшись. Я ж тоже, я ж такой вот. Я коммуникабельный стример. Стример. Чё, на завод идем или чё, или куда?
Вы на завод? Вы когда на таможку будете? Станислав и... Гал, что ты врешь, что ты здесь забанен? Ты просто ушел и все. Да вон он же в АФК висел, я ж видел. Где он? Вы я забанен. Да? Что ты врешь? Да, почти. Я здесь, короче. Все. Давайте, я на завод захожу. Произошло землетрясение, на завод мало народу сидит. Может, ты на ночной зашел? Нет, 15-28. А ты где живешь? Я? Я Малнинский, да, автономный округ. Я думал, в Малайзии. Я у нее забанен. Да все понятно. Ох, ты даже собр сам великий лесник в лобби зашел на завод. А что ж такое-то? Че, что, он в лес-то перестал-то ходить? Собр лесник. Который... Очень великий, великий... У которого пальцы, пальцы там веером, блядь. Я типа там в лесу всех шатаю. Я приглашаю Люсю и Кулера. Кулера не вижу. У Аньки Трямсон забанен. Да, понятно. Какой себе Аня Трямс. Кручу-верчу, я вас запутать она... хочу. Она, кстати, такая еще зазнавшаяся, вроде была, как только стримить. У нее это было 50 подписчиков, я так ей писал, го, поиграем, типа. Она такая... Она что? Типа, иди в жопу, не хочу с тобой и играть. Как мы так до сих пор и не списались. Просто, может быть... Это... Я не знаю, короче. Я не хочу никаких стримеров больше обсуждать. А то ко мне пришли это вчера страйки и так далее. Что за страйки? Мне кинули страйк, Настя. Ты что-нибудь об этом знаешь? Сплю и вижу, как ты страйк пока получаешь. А, он мне тоже звонил. Он мне звонил, говорит, ты что, меня боишься, что ли? А ты, Настя, где живешь? В Украине она живет. Я не в Украине живу, не знаю. Не надо брать. Приезжай к нам в гости. Я в Сибири сразу. В Сибири? Ух ты. Что за ух ты? Ух ты. Ну Сибирь там так... большое растяжение. Новосибирск, там Тюмень. Ну вот ты попал, самое первое. Новосиби? Да. Чё, у вас там минус 50? Сейчас потеплело, минус 16, а до этого было 38. Сука. Но у них все равно, мне нравится так, типа, сибиряне постоянно выкладывают в интернет картинки, где у них там минус 50, минус 40, и при этом маленькая влажность, грубо говоря. Я посмеялась. Да, я тебя готова всегда смешить, Тремс. Иди отсюда, так, пожалуйста. Так, я на зиге. Долой. Я в карами. Я на карах. Иду карах, к вам по зиге. Давай. На карах, да. Хожу на белую. Вперед. Я по низу бегу. По залу иду. Блин, ни хрена не видно. Поднимаюсь на кар. Солнце светит в экран. Ты где, амазонка? Давайте заходите. По балкам кто-то наваливает, ребят. Я тоже из Новосибирска. Ну вот, нормально. Амазонка, ты где? Я говорю, на карах. Я тут тоже на карах, не вижу тебя. Ну я просто спряталась. Топор режет бота. Ага. Пойдем туда пойдем. В первом зале глушак. Давай. В комнату Гарри Поттера. В первом зале глушитель работает. Я на дальней почему лестнице. Почему Гарри Поттера? Секретная комната. Нормально, я не могу, прикинь. Я не могу оружие взять. Почему? Не могу, не берется. Сейчас, подожди. Блять, я трезиптер не могу ничего сделать. Ребят, вы что там делаете? Все, забаговался трезип, я даже взять его не могу. Жесть. Ты тоже взять его не можешь? Нет, вообще. Ребят, в первом зале... Я люблю эту игру. Я тоже обожаю эту игру, блядь. Обожаю. Ладно, наверное, так и в первом зале, да? В первом зале два чувака, калаш и глушитель. Понял. Уже будет где-то во втором зале. Ну давайте это, я побегу вперед, а вы будете прикрывать, хорошо? А зачем? Они закрылись где-то,
они вообще не двигаются. Так, ты сам, ты сам где? Я на третьем этаже на дальней лестнице стою, дырку смотрю. Понял. На цистерне на балках я. Вы шифтуете? Да. В кишке. Так. В офисах давай. Никого нет, да? Нет, в офисах есть кто-то. Я возле кишки стою. Хорошо, хорошо, Мех, я поняла тебя. Кто-то в офисе там шарится. А это я топнул только что. Но в офисе тоже есть кто-то, да. Лол, кек, пацаны в натуре сидят, не двигаются. В первом зале, просто жесть. Сейчас пшихну даже поэтому. А ну, смотрите, проверяйте. Мне так стрёмно с топором это вообще. Ты с топором? А чё, трезив забаговался, она ничего сделать не может. Я тоже с трезив тебе сделать ничего не могу. Скинул, трезив называется. Я ж говорю, комната Гарри Поттера, блядь. О, я слышу, началось движение в первом зале. Контрольный по был. По тебе? Нет, контрольный был. О, знаешь, где катушка и кар лежит? Не кар, да. Там он, где-то он. Контрольный сделал. Настя в паке такая. Кстати, лутанила, да, в натуре. Так, бот ходит вон по двине. Сейчас кто-то 100% выйдет. Лутай, лутай. Сейчас, я думаю, с офиса полюбасу кто-то вылетит. Да, дверь открыта в офисе. Там есть ЧВК, я же говорю. Там либо топор, либо ЧВК. У меня, кстати, хрены есть. Интересно. Дверь выбил. О! В душе. По-моему. Да, скорее всего. Зарезали с боты. Режим переключил. Там с калашом человек. Внутри? Походу. Го пробегу. Зайду в кишку. Штучки. Это я. Ого, ты по фулке, дядя, только что чуть, короче, кирпич не отложил. Я бегу, давай. Че, он говоришь здесь, в офисах, да? Да, скорее всего. Да не забегайте на шифте только. Да ты. Ты я, это ём... Тише. Я ранил тебя, ничего? Тише, ты мне выбил ногу вообще. Блять, ноль. Чего ты по ней стрелял? Сэмки. Тут труп, короче, два бироса лежит. Один с калашом. Между первым и вторым. Второй пустой. А где вот этот квест, типа, реент? Комната, которая убивается. Все, я взял зал. Я уже второй раз беру, мне почему-то не зашел. Есть кто-то? Да ботом. Они вышли уже с карты, я не знаю. Настя, спустись сюда, тут этот пирс с калашом валяется. Где? Вот. Где? Вот он. Лол. Кепки пацан валяется, отдыхает. Кто-то ходит, кстати. Потяра ходит. Пацаны, окружай! Не, ну конечно, днем на заводе играть это жестко. Я вообще ничего не вижу. Так, короче, сейчас я возьму. А давайте я попробую дрезив взять, где он там? На карах в дальней комнате. На карах. Да. Тебе донат, импульс. Короче. Что мы делаем? Да ты его не возьмешь. Я... Старый, дальняя комната, это где? Давай, Мех. Я тебе должна сигну, да? Кину тебе сигну. Сегодня. Может завтра. Да, может ночью. Че, ты можешь его взять что-нибудь? Тоже скоро ухожу. Не берется. Спать. Не обыскивается, не берется он, ничего.
Ну а ты страховал? Да-да, я страховал. Вы думаете, кто-то возьмет? Да хер его знает. Он возьмется, если, наверное, перезайти на сервер, мне кажется. Че, давай я перезайду. Давай. Попробуй. Зайди сюда. Идите. Закроемся тут в один, в обратном одиночестве. Она не закрывается. Я-то нет, закрывается, то не закрывается. Так. Есть лайфхак, пусть один перезайдет, может поможет. Так, сказали. Лайфхак ищи. Не говори. Мозг просто. Игорь Сафонов передает с Новосибирска привет, Кировский район. Новосиб, привет из Томска. Не поняла, ты стримишь, что ли? Да. Да? Да. А что ты не сказал? А что бы изменилось? Не знаю. А что мне твой стрим не выводится, кстати, нигде? Чей, мой? Или... Угу. Не знаю, почему. А ты на меня подписан? Ну нет, вообще. Сижу, стрим смотрю, заходит начальник канала, вот я по привычке закрыл рукой. Как канал называется? Люся ТВ? Нет, Red TV там. То есть ты там обычно порнушку смотришь, да? Ты такой... Без звука. Сейчас звук-то идет. Привет начальника, как говорится. А Трезипа-то и нет вообще здесь, слышите, ребят? Да ладно. Вообще нет его. Он, походу, провалился, слышишь, наверное. Вообще нету, блин. Жесть. Чё-то посмотрел на меня недобро. Всё, Анька трямс на меня обиделась. А? Анька трямс на меня обиделась, всё, не поиграем, говорю, вместе. Ладно, хватит зарядкой заниматься. Она бы с тобой не поиграла, мне кажется, вообще никогда. Да. Сила покачается. А подожди, может сила качается, кстати? Он втыкает прямо. 19. Не, не качается сила, к сожалению. Это тебе перезайти надо, ну как вариант у тебя. Слышите это? У меня, что ли? Давай я попробую перезайти, давай. Вот что значит жадные люди. Да нет, я могу еще вынести, если надо просто, блин. Реально первый раз такое что-то будет, да? Не, Юсик, конечно, в Дефендере жестко выглядит, в натуре тупо страшно. Страшающе. А ты представляешь, если он был бы без маски еще? Лицо Годзиллы. Не, ну просто Дефендер прикольно смотрится на этой форме. О, чила бот шифтует, слышишь? Лучше бы порнушку смотрел, а не вот этот трезип залагал, ребят, ничего не берется. Бежим. Пизда, все сломалось. Нормально. У меня не используется анальгин. Это нормально? И у меня ничего не лечится, ребят. Это ты потому что перезашла, ты даже залутать ничего не сможешь. А, это сессия, походу, лягла, походу. А может, да, может, сама сессия легла, кстати. Привет, любимый. Мне никто прикалывает вообще. Любимый? Да. Любимый 3x. Слушайте, у меня сейчас на стриме квадраты вот такие, как у меня в ОБС. А чё ты, кстати, опять в HD начала стримить? Ты ж в Full HD вроде стримила нормально. Не поняла. Ну, у тебя было, наверное, на подругу. Зарезался, блядь. Нету этого, слышишь? Да, он, значит, вообще не просчитался. Не, блядь, говори, короче. Да, я думаю, наверное, выйти надо, да и все, не париться. Хулер. Да, у тебя раньше Хулер. Было качество, как-то пару дней назад в Full HD, сейчас опять в HD. Чё 720 ты... опять? Да. Да. Почему, я не знаю. В общем, у меня стоит, ну я не знаю, в общем. Ты масштабирование включила в ОБС-ке, походу. Нет. Ну, подождали бы хотя бы, я тут хромаю, как. Два юсика стоят, как ни в чем не бывало.
1600 опыта, нормально. Радик Хохол. Хо-хо-хо-хо. Братюню убил, короче. Ай! У меня 2600. А чё там? От резип так и остался, короче, небытие там. Короче, чё-то, смотрите, пинг даже большой. У меня у одного пинг сейчас 118. Нет, у меня пинг вообще даже не показывает, что он где-то есть. Ну, не знаю, у меня скорость просто за сотку мегабит, я не знаю. Да, у меня тоже, но что-то как-то первый раз такой дроп пошел. Сейчас попробую перед затем в игрулю, мою любимую игрулю. Что за клан Ace? Клан профессиональных игроков-нагибаторов. В натуре я не шучу. Так, тогда выбирай любой стол, какой тебе подарить, Настюха. Так какой, не жалко. ДВЛ с самым дорогим прицелом за 1500 баксов и ДВЛ с глушителем, пожалуйста. С теплаком. На завод. Я тебе скажу, что у меня есть в схроне. Давай. 55 ДВЛов. Редкий тепло, кстати. Короче, могу тебе вынести вал, винторез, М-ку загрыженную, потом что еще? РСАС. Где тут у меня еще? Давай М-ку. Давай. Только, ну это М-ка. Можешь вообще ничего не выносить, блин, а потом опять сейчас будем там... стоять полчаса. Давай, взял тебе эмочку. Но я делаю чисто под себя. Поэтому. Давай эмочку. Сходите без меня, я сейчас приду. Вы пойдете на таможку потом? Да, сейчас поддам. Дам. Я, короче, зарядил ее магазином на 60. Так, и по трошке зарядил, чтобы, да, если что. Так, что? Ну все, я готов, в принципе, что? Захожу в лобане. Так, я в лобби. Я в лобби. Подожди. Что, мне патроны взять? Да, патроны и один магазин. Потому что один магазин я вставил на 60 на ДВМ-ку. Чего? Ё-моё, не туда опять зашёл. Чё, у нас за сегодня две подписки и 23 человек смотрят? Серьёзно? Это на все потому, что я что-то сказала против Анкитриамса, наверное. Я вообще не парюсь, у меня 58 подписчиков и все. Не, у меня было нормально просмотров. Это один единственный, там 870 просмотров. И зрителей там что-то за 50 было. Это. Когда мне ответку долгу делал. Чё, в лобби захожу? Да-да, я в лобби жду тебя. А ты, Кулерок, чё, идёшь? Мне уже там что-то загорит, я отойду. А, ну да, он ушёл. Понятно. Чё, приглашать или ты меня пригласишь? Ну, я тебя ищу. Блин, АРБ, да? А, вот все. Люся. Вижу Люсю.
Надо просто это в чате добавиться, друзья, чтобы сразу под ником было и все. Спасибо за подписку. Так, стандарт у меня. Красная лампочка. Спускаюсь к тебе. Справа, да? Да. Вон он. Кто-то бегает еще, да? У меня она ни 5 не берется. Да ладно, что за бред? Надо выбрасывать на землю. Жесть, опять забаговалась. Чё за бред-то? Может, ну и нафиг это зовут? Я их не любил, эту карту, так и до сих пор я ненавижу. Не берется, да? Ладно. Попробую сейчас чем-то отжать. Что, пойдем на выход? Лучше кому-нибудь весли, да может какой-то. Угу. Спасибо за подписку. Виктор, что-то там было. Да, вроде. Завод Неткод. Угу. Да какая-то... Здравствуй, Виктор. Ублюдочная карта. Так. Шопа. Опа. Не говори не то слово. А чё, куда лез-то, мошка? Да давай последний раз ходим. Типа, давай лес. Лес? Сейчас это М-ку поменяю сейчас. На другую М-ку. М-ку на другую М-ку. Тут, смотрю, богат. Это я потратился, кейсы покупал. Так, 15 миллионов было. У меня сейчас на данный момент 114 тысяч баксов. Ну и по деньгам так. Ну и биткоинов там штук 6, у меня, по-моему, 5 биткоинов. Ты сейчас хвастаешься, или я не понимаю? Нет. Ты говоришь, богат? Кажется, да. Богатый? Я говорю, да, нет, не богатый. Да я не богатая. Понимаешь, у меня всего сколько там. Совсем ничего в этой игре. Просто иду и издыхаю. Наоборот, в соло проще выжить. Соло проще выжить? Нет, вдвоем проще выжить. Вы на заводе? Нет, мы в лес. Нет. Вы в рейде уже? Нет еще. Нет еще. Со Славой будешь играть или боишься? Каким Славой? Ну, со Славой. Который Слава с Украины? Да. Ну, пусть пойдем. Хорошо, сейчас. Я ничего против Славы не имею. Он хороший. Да я. И мы играли же вместе. Сейчас мы зайдем. Минута. Раз. Ну. Че, последний рейд, давайте сходим и все. Это у кого? Это у меня. Да, и я пойду жарить мясо. Мясо? Угу. Вот у меня стоит, оно маринуется сейчас. Да что тебе вам надо с этой, блядь, гребаная работа? Чес.
Поставь режим не беспокоить. В полете. Я улетаю на море, да? Я улетаю в Тарков Росинхронов. Так, что там, берег, лес? Что, он идет, нет? Что, все, Тарков не разворачивается? Найс. Хорошая игра. Просто когда он грузится, лучше его не сворачивать. Да не грузил же, я ж хотел в лобби зайти. Всем удачи, пойду побегаю в Тарков. Короче, Далее. Вчера батлу купил первую. Охренел от графы, просто охренел. Графа раз лучше, чем ты бы в еще Call of Duty WW2 сказал, что ты купил, и тоже. Не, я вообще, ну типа, я не про то, я про то, что какая графика в игре и какого FPS, типа, понимаешь, к чему я веду? Ну и что там за FPS? У меня на моем калькуляторе на высоких, без сглаживания, там почти 90 FPS, 80, 70, это так вот. Я даже не видел там цифру в 60 FPS у меня, это просто жесть. Я в лобях. Кстати, это, призываю всех покупать батлу первую по скидке. Это 70. Там, где ты бегаешь, на поле боя и сражаешься? Да. Я в лобях. А что, Слава не пойдет? Сейчас пойдет, он просто отошел немного. Сейчас придет. Мы последнюю катку. А, ну давайте тогда втроем. А, слышь ты, рак конченый. Я-то думал, ты взрослый человек. Ты сравниваешь игру, в которой нету текстур, нет предметов и так далее, и которые коридорные. Это внимательный, смотрю. И ушел. Ну что, вот приходит и уходит, я офигею. Короче, я взял грач, сейчас с грачом буду раздавать. Ты серьезно? Да, я взял грач и оптический прицел на него повесил. Шучу, грач я под названием ММК, да? Не, я с СКС пошел. Вы с оптикой или не? Да, я с оптикой. Сейчас все уйдут, и я приду. Не переживай. Опять ушел. Вообще беспардонность какая-то. Негодяй, одним словом. Ну, у кого там ожидания? Кто там грузится еще? Кто? Собор лесник грузится. Сейчас убивать нас будет чекать. Да-да-да. Тогда пусть мне надо. Заляжет где-нибудь и убьет. Тогда мне надо со Славой ник поменять. Слава таможенник и кулер таможенник. Таможничек. Или таможничуко. Так. Можно еще. Ку-ку-ку-ку-ку. Ну, у вас у всех же фамилия на О заканчивается или нет? Не. Добрый день. Нет. Здравствуйте, привет. Слава. Ну, ты можешь за челобота сбегать уже. Они последнюю катку, я с ними просто по приколу. Хорошо. По приколу, да? Значит, ну, понятно все. Так я сейчас две фулки по приколу как заберу с СКС. Проверяй. Калаш. Так, мы где? Калаш не мой, да? Так, мы возле берега с той стороны. Что-то я не могу дупля словить. А, у нас впереди контакт есть, получается, да, на камне, да, правильно? Да. Никого пока не вижу. Это был, походу, топор, я так понимаю, что-то он газанул сильно. Никого не вижу. Ого, как лес лагает. Пошел. Граната. Это...
Блин, почему у меня лес начал фризить? Никогда я раньше не фризил. Я на камнях остался, кстати, если что. Ага. Потому что у тебя батла нормально идет, поэтому у тебя лес фризит. Я вот это вот тоже не понимаю. Назад подглядывать. Да я... Что-то у меня такого подозрения. Кто со мной прям рядом лежит? Я беру с тобой рядом. Я на том камне остался, типа поглядываю назад. Но что-то у меня какое-то не чувствую, что мне сейчас тукан прилетит. Слава здесь? Да, чего? Я отключился просто. Сейчас не слышу пока. За то, что не ищешь, я хотел... Чё? Так, есть контакт, на избушку идёт. Спасибо за донат, но что-то я не поняла тебя. За то, что не ищешь легких путей телом. Ребят, народ, кстати, загружается. Угу. Ой, чихнул. Спасибо. Быстро. А то чихнул. По топору работает, кстати. С самых дальних респов. Принял. А почему я этого не слышу? Потому что он ближе нас. Находится. Вау. Так мне порох он не вынес. МТФ скипнул дату. Что ты там написал, я не понимаю. Я просто не озвучили, да? Надо пошел. Легких денег не ищу. Не поняла, это какой-то подъеб был или что? Не ругайся. Вы где вообще сами по себе? Так, ну мы недалеко от Салева, от Хвостовки. Салева, Хвостовка. Знаете, где это? Меня убивают. Да-да, стреляют потом. А где вы? До забора бежим. На камне Юсика. В спину стреляет он мне прям. Камень Юсика подбегаю. Это где-то ближе возле КПП, что ли, или что? Так куда она побежала, мы называем это Хвостовка, а у нее видишь камень Юсика. Мысли. Нормально я все это называю. Не, ну что, это у вас так называется, у нас по-другому так называется. Это у вас так называется, у меня это так. Главное, чтобы меня сейчас не убили, я хотя бы дошел чуть поближе к вам, но я даже не знаю. Ну и что делать нам, что делать еще? Что делать? Снимать штаны и бегать, да? Угу. Люди, а почему вы так поздно подтягиваетесь? На стрим, я не понимаю. Где этот камень Юсека? Хвостовка, это ну, что? Ну, блин, вообще? Снайперская скала. Возле ангара крытого? Да-да-да-да-да. Ну, по вам там, вы были там? Я думаю, что, скорее всего, от нас стреляли от... Видишь, опять у нас называется это. Ведьмина гора. Как у вас называется, не знаю. Это которая на респах ближняя там, да? У тебя возле ущелья там это. О, а кто трассерами наваливает, ребят? Трассирующий, никто стреляет. Я на дороге стреляю. Настенька, наверное. Если ты видишь это. Трассерами убит, наверное, да? У меня БТ. О, броневой трассирующий. Я на месте. Так, я потеряла обойму. Меня убивают. Откуда? Да на дороге. Вот что ли бы ты убил? Вон он! Минус, вот. Вы на камне прям или что? Ох, говорю, молодец, настойчиво с ним штарк. Куда он проебался-то? Вот и еще один, сука. Обзывается. Грубиян. Грубиян. Блин, это бот был.
Бот. Я не понимаю, у вас люди, у вас одно на уме, что ли? Как? Вы слышали, как я стрелял только что? Нет. Нет. Ё-моё, вот лишь какого вы там... Так. Вон там еще один бот. Кидаю гранату туда. Да, блин, еще граната просто. И ко мне это стрелял. Да сколько там ботов-то, ёпта? Кто это? Так, минус. Я здесь стоять не буду, да надо менять позицию, давай. Я возле мечного круга, короче, недалеко. О, ты далеко от нас. Мы возле машины, где выход машины забыта. Джип. А, вы туда наверх идете? Да. Да, у меня ничего нету, конечно. Спасибо, спасибо. Вас понял. Опа, тихо, ребята, у меня ЧВК. Одного забрал, ребят. Ассист нужен. Меня сейчас заберут. Снайпер по мне работает. Практически впритык. Да где ты ходишь? Ай-яй-яй, ССТС работает, не могу уйти. Возле Урала где по ты? Дороге прям газую. А он откуда валит? Наваливает. Он валит от меченого круга по мне. Одного забрал, там еще есть один. Бегу к вам, туда поближе. Давай я тут уже на кунаке, на сарае, на кунаке. Тоже с СКС работал по мне. Меня убил. Я не знаю, как он, я в кустах сидел, он меня забрал. Ты где был? Где умер уже? Соброн, ребят, все понятно. Это зам, меня... зам главы Альянса Соброн. Не Альянса, просто клана. Я ору. Так, ты где умер? Я за Уралом упал там недалеко в кустах. Он меня через кусты забрал. Работал, откуда он у тебя? От меченого, там я одного ихнего забрал, пацана, и он, они вдвоем бежали. Вот меченый, знаешь, где меченый, там есть такие камушки лежат. Вот там я забрал пацана под деревом, и он там ближе к меченому, короче. Ага, вижу его. Свалил я его. Хорош. Настя. Еще есть, еще есть. Где? Там же, возле камней. Они, наверное, вообще в пятером забегают. Да-да-да. Они же по одному. Настя, ты где? Я за камнем, где лутать, блин, сумку. Понял, с колосумкой. Меня он видит, ага. Работает по мне. Где-то вот тут прям... СКС-ка у него. А, значит, ты не до его забрал, дядя. Да, он да. Живой, вот он. Слышишь, сколько время у вас там? 35. Я пойду за бота. Я попробуем. Я не знаю, давай я от палаток попробую его. Блять, гребаный бот, сука. Гребаные боты, сука. Что после. Блять, у меня гранат нет. Блин, тут 41 минута, не попал там. Так, ну. Ну что, он с кустов что ли работает или как? Нет, прям возле камней, да, там он... бегает. Возле камней бегает? Да, там где это... груда камней насыпана. Оттуда он работал. Меня убил. Там. Откуда? Окей. Он в лесу там сидит. Как идти... прям... откуда мы бежали, в общем, к меченому. Ага. Там перед меченым сидит. Собран, да. Окей. Я его только
Все. Ну ты его не срисовал, да? Нет, нет, я же нуб. Ты чё? Чё, всё, отыграли? Нет, ещё. Я даже. Он стильный. Он не с СКС стреляется. А был он с СКС-кой. Он, знаешь, взял оружие просто со своего штриха, они, ну они же разлутают сразу же. Тот с калашом был, которого я забрал. Ага, нашел его. Все, в минусе он нахуй. С СКС-кой. Еще есть, еще, ебать! Да их пятеро, блядь. Я снял, сука. С М-кой был. Тип еще один. Сотовец тоже или левый? Рон меня убил, сука, прикинь. А как он что? Ну да, он значит М-ку забрал. Он значит М-ку забрал у того штриха, которого я убил. Короче, двоих я из ихних замочил. И я одного, трое, получается, и где-то пятеро, походу. 5-4 где-то так. Слава, ты шо, где? Бля, ну сейчас они будут хвастаться, блядь, шесу и убили, блядь. Да, скажешь. Они мне припомнят, блядь, сука. Сейчас будет там хвастаться, сейчас на весь собра раздует. Ой, господи. Он по мне попасть, чувак, не мог минуты 3, я бегал сколько от него. Это о чем ты вообще говоришь? Просто... Вы успели прибежать с одного респа к другому, пока он по мне стрелял, алло. Просто, блядь, как тебе сказать, мы раньше были в СОБРе, и наш этот был отряд элиты СОБРа. Да для меня клан СОБР вообще ни о чем, вот реально ни о чем. Но мы раньше были, тебе говорю, мы вообще рубали всех на лесу. У нас 5 человек было в группе. И мы первая группа из всего СОБРа, которые ходили по 2 человека в лес всегда. Так, ладно. Кулер, куда? Говори. Куда хочешь, Слав. Я сейчас с СКС-кой иду. Могу в лес еще раз бегать. Не, пошли на берег. Ну, идем на берег. Только а что я там буду делать с СКС? Что хочешь, ты уже делать нечего. Мы идем вместе или уходим отдельно? Вместе. Вместе? Нет, ты, конечно, веселый мужчина, такой же взрослый, конечно, да. Состоявшийся, как там говорится. Ты чё, про что говоришь, не понял? Про тебя, молодой человек. Ага. Я про то, что тогда я давай автомат возьму. Бери, я же тебе не запрещаю. В штурмовом отряде. Штурмовой отряд. Тонкие стринги. Кто собирает? Кто-нибудь из вас. Слав, мир надеется на тебя. Карту возьму, подожди. Давай, чтобы они заблудились. Как я склеил пацана просто, я вообще в шоке. Как они так играют, чувак? Они реально вроде типа а-ля скилловые, но он бежит, я на него смотрю, а он даже ноль реакции. Но он в Дефендере был, я, кстати... Раз 7 по нему попал, и он засейвился за дерево, высовывается, и я его уже забираю последним шотом. Я просто не понял, зачем он высунулся. Не, он по Ром был по фулке, блядь. И тот тоже, которого я забрал, по фулке был. Так, но ребят, у меня патроны закончились, просто понял, и все. Скажите свои ники, пожалуйста. Да не, я крайний бой играл, потому что это... Я сейчас пойду на мясо пойти пожарить. Угу. Амазонка, ты зашла? Сейчас. Ладно, спасибо за игру, потом поиграем еще как-нибудь. Давай. Пока. Здорово, братья. Здорово. У кого там сейчас сверлит? Ну? У тебя? Меня. Заебали уже, блядь.